Сказочный дракон. Пак. Находясь в поиске героев, чтобы помочь в войне против Скорш, Sentinel обнаружили потерянные земли таинственных сказочных драконов. После объяснений перед сказочной королевой Агрис, она послала Пак, личного защитника, дабы изменить течение войны. Несмотря на его небольшие размеры и сложный характер, небольшой дракон доказал, что обладает большими, лишь кажущимися волшебными силами, прорывающимися сквозь вражеские ряды шарами волшебства, волшебной пыльцой и способностью ошеломлять всю армию ничем иным, как его воображением. Это был тяжелый урок для его врагов. Размер ничего не означает в битве, и внешность на самом деле обманчива. Тут я не помогу, братец. Опа. Ну это на вставочку. Опа. Это зафармлено. Чисто пошел в лес пофармить крепочков в лес оппонентов и зафармил ланаю. О, щит. На ЦГГ. О, я сейчас у Сайленса буду. Рики, братец, а может гоу, побьем его? Он же наш клиент. Нет, не души. Гоу. Ой, я залагал. Да ладно, вовремя, да? Если я сейчас сдохну, это трэш. Всем привет, дорогие друзья! Что ж, сегодня у нас гайд на Пака, а это значит, что сегодня мы узнаем, как работает Орба, как работает Рифт, как работает Шит, как работает Дрим Койл. Друзья, будет очень интересно. Как обычно, не скипайте теорию и поехали скорее разбирать его способности. Что ж, друзья, первая способность на нашем персонаже — это Орба. Орба — это такая способность, которая позволяет нашему персонажу передвигаться по драке более агрессивно. Ну и, конечно же, дамажить оппонентов. Друзья, тут на самом деле есть очень много фишек по этой способности. Сейчас постараюсь ничего не упустить и вам, так сказать, преподнести это на блюдечке. Что ж, прокачиваем данную способность. Хоткей у нас R, и сразу у нас появляется такой таргет. И давайте сначала запустим и посмотрим, что происходит. Дальность применения этой способности 3000, расстояние, но летит эта способность на 1950. Давайте посмотрим. Ну, допустим, вот так вот делаем и... Полетела у нас такая орба, причем, как вы видите, такой просвет везде появляется, летит очень далеко, и появляется у нас тут еще дополнительная какая-то кнопочка. По хоткею E вы сможете с помощью вот этой орбы переместиться, то есть вот так вот орба летит, нажимаем E, и пак у нас прилетает в то место, куда вы нажимаете E, то есть, ну, не как вы нажимаете, не куда вы нажимаете E, получается, а то, в какое время вы нажимаете E, то есть вы можете вот так вот сделать, опа, и тут нажать E, и пак у вас как-то вот, ну, вот здесь вот может и деревья застрять, и то есть, и не долететь, и перелететь, то есть тут нужно понимать именно четкость нажимания вот этой способности дополнительной, которая у нас тут открывается по хоткею E. Напоминаю, хоткей E для того, чтобы блинкануться к орбе вот этой. И смотрите, у нас тут есть несколько эффектов орбы. То есть есть такой вот красненький, видите, под конец эффекта. Есть желтый, обычный, дефолтный. Ну, даже золотистый, мне кажется, больше. Вот. Красный сигнализирует о том, что орба уже скоро пропадет. И нужно либо юзать вот эту вот способность, либо не юзать, то есть тут вам нужно уже понимать, что орба сейчас закончится, то есть, допустим, за вами в пятером гонятся, и вам нужно уйти как можно быстрее, вы видите, ага, уже красно, нажимаете E и туда телепортируйтесь, очень простое применение. Ну и что ж, самое интересное, что у нас тут есть, это, конечно же, демеджи и монокосты, и пробивание всяких там БКБ и тому подобное. К сожалению, эта способность не пробивает у нас БКБ, она имеет у нас просто обычный магический урон в радиусе 225 АОЕ, когда вот так вот у нас орба будет пролетать, все юниты будут, так сказать, подвержены получению урона. То есть урон единовременно получается в зависимости от уровня прокачки. На первом уровне 70 урона, на втором 140, на третьем 210 и на четвертом 280 урона вы сможете нанести вот так вот с орбы. Ну, в принципе, все вот так приемлемо. КДшка у нас 11 секунд и монокод 150. Очень даже интересная тема, что КДшка 11 секунд. То есть раз в 11 секунд вы сможете либо продамажить, либо там напасть вот так вот и тому подобное. Но с этой способностью нужно, так сказать, аккуратненько пользоваться. Ну и что ж, есть тут тоже такие много фишек. Я думаю, неоднократно все это, в принципе, тут как. Давайте забиндим героя, круг силы забиндим. Тут множество всяких приколюх. Допустим, если вас убивают в драке, вы успеваете закинуть орбу. И можно сделать примерно так. Давайте попробуем. Блин, это будет тяжеловато немного исполнить, потому что после того, как я, по идее,
Да, я тут даже не пущу. Короче, когда вы сдыхаете, если вы закинули орбу, вы сдохли, можете байбекнуться и прилететь в драку после байбека. То есть считается, что орба, которая здесь летит, как бы, ну, вы можете к ней прилететь. И все просто. Если вы кидаете две орбы, вдруг у вас рефрешер, то вы будете блинковаться ко второй орбе, которую вы первую выпустили. И, в принципе, все по данной способности. Очень мобильная способность, которая дает вижен. Также она карает невидимых. То есть, допустим, если кто-то в инвиз ушел и пробегает, если у вас есть возможность вот так вот кинуть орбу, вы зацепите его в инвизе этой орбой. Очень, в принципе, все просто. Все, друзья, поехали на вторую способность, тоже интересная способность. Итак, вторая способность Rift очень простенькая, друзья, это Silence. В простонародье это Silence. В 400 АОЕ по нажатию хоткея W прокачали мы данную способность. Мы сможем засайленсить наших оппонентов и, конечно же, нанести урон. Давайте посмотрим, подойдем поближе, такой вот красивый у нас эффектик, пак, как будто, не знаю, ну... Не знаю, пыльца, вообще это типа пыльца по описанию, что типа пак волшебную пыльцу какую-то раскидывает и вводит всех в сайленс. И как вы видите, прикольный такой эффектик. Ну и что ж, длительность сайленса и количество урона прокачивается у нас по уровням прокачки. Давайте посмотрим, на первом уровне 100 дэмэджа мы будем наносить и сайленсить на 0.75, ну очень мало. 0.75 сала это очень мало, это чисто так сбить каст и все на самом деле. Второй левел у нас 160 урона и сайленс 1.5 секунды, уже получше. На третьем 220 дэмэджа и 2.25 секунд сайленса. И на четвертом левеле 280 урона и 3 секунды сайленса. КД у нас этой способности 16 секунд, монокост 100, 110, 120 и 130 маны. Друзья, этот сайленс снимается очень легко, но это обычный сайленс, который вообще в принципе есть в доте. И он юлится, как обычно, там мантой можно снять, можно диффузом снять. Ну и на БКБшных юнитов это работать не будет способность. Очень прикольное применение на самом деле. Ну, в дефолте, что нам нужно будет сделать на паке, это конечно же влететь. Нажать W и вот так вот просайленсить. В принципе, ничего более тут больше, ну, как бы интересного нету. Главное запомнить, что АОЕшка 400 единиц. То есть, не обязательно подходить в упор для того, чтобы засайленсить. Но, как видите, тут я не достаю уже. Вот примерно вот так уже достану. Да, 400 АОЕшка, она вот примерно где-то, ну, вот... Ну вот так вот, вот она достает вот перед нами. То есть вот это нужно понимать, нужно приловчиться и знать, когда и как юзать вторую способность. Друзья, поехали на третью способность, тоже очень интересно. Сейчас проведем несколько тестов насчет этой способности, поехали. Ну что ж, а следующая способность это та способность, которая заставляет погореть немножко пуканы оппонентов. Что ж, это у нас Shift. Данная способность у нас имеет хуткей F, к сожалению или к счастью, автокаста уже нету, только олды поймут. Ну и что ж, Shift это у нас способность, по хуткей F мы уходим в неуязвимость, мы как бы здесь есть, но как бы нас тут нет. И мы можем после этого шифта заюзать, допустим, дагер. Откайтить что-то можем, мы также можем под первым спеллом что-то откайтить, допустим, если вот так вот орба летит, у нас летит тычка. Вот здесь вот мы сможем портануться, и это дэмэдж не засчитается, это я не сказал на первом спелле, но знаете, что можно с помощью первого спелла также закайтить дальнюю тычку оппонента, ну или там тычки крипов и тому подобное. Ну и что ж, что у нас вообще делает шифт? Шифтом мы можем вот пользоваться вот так вот, то есть допустим Queen of Pain кидает нам нож, мы опа закайтили, ушли в неуязвимость и как бы выходим. Мы... Заходим в эту неуязвимость как бы на определенное время. Смотрите, на первом уровне на 0.75, на втором на 1.5 секунды, на третьем 2.25 и на четвертом 3.25 секунд мы находимся в шифте, друзья. КД у нас 6 секунд при этом этой способности. Ни монокостов, ничего тут нету. Просто вот так вот нажали F, герой ушел. Раз, нажимаем движение, он выходит. Но и также он выходит по окончанию этой способности. То есть, если у нас уже способность это заканчивается, то, к сожалению, мы выйдем сразу и пофиг, нас там будут убивать уже. Ну и что ж, закайтить, в принципе, с помощью шифта там ножек, это да, это легко. Очень много способностей мы можем кайтить с помощью шифта. Но есть способности, которые очень тяжело закайтить, и они все равно будут работать. Ну, например, вот Silence закидывает у нас Last Word. Не получили мы урон, но, как видите, Silence нам все равно наложился. При этом я по таймингу как бы закайтил эту способность, но все равно ничего не получилось. Также, если мы находимся в шифте, если Silencer нажимает ультимейт, как видели, на секундочку Silence повесился, потом раз скинулся. Если на 83-й карте Silence вытаскивает вроде пака из шифта, то тут уже как бы работает немного по-другому. Не помню, уже давно с 83-й картой, друзья, не работал, но вроде как глобалка вытаскивает
Пака у нас с шифта. Ну и что ж, и самое интересное, это, конечно же, под рутами мы не можем вообще нажать эту способность, так же, как и Юл. Так что вот, ну, вот такая беда. То есть, если хотите убить Пака, то, конечно же, в помощь вам Silence, в помощь вам Хекс, в помощь вам руты. Руты, допустим, дерево, руты вот такого дерева. Мишки, руты дерева, это все вам поможет. Ну и что ж, в принципе, по данной способности тут все и так понятно. Насчет метки кунки я вам сейчас уточню. Метка кунки, как вы видите, если мы зажали shift, кунка у нас возвращает и пак остается на месте. Да, на 83-й карте 100% пак у нас умирает от креста кунки, а тут, к счастью, у нас получается так, что кунка, если возвращает, то крест сбивается. Поэтому, друзья, пользуйтесь и знайте, что эта фишка сейчас актуальна, ей можно работать. Ну и, в принципе, все. Шифтите, кайтите, эвейдите, можно кайтить тычки, все, что хотите. Вы просто уходите в неуязвимость, как будто вы находитесь в Юле. Ну и что ж, и не забывайте, что шифт у нас сбивается, когда вы нажимаете какие-либо предметы. То есть нет такого, что, допустим, вы возьмете, зайдете в shift и юзаете ТП. Shift сразу же у нас останавливает свое действие, свою работу во время того, когда вы что-то нажимаете. То есть неправильно думать, что если вы нажали shift, вы там уйдете в лотар и будете стоять в лотаре, или убежите просто и все, и тому подобное, друзья. Нет, shift у нас прерываемая способность, которую, так сказать, легко сбить либо там ТПшкой, либо там Юльчик. Ну и, в принципе, все в этом роде. Друзья, поехали смотреть Dream Coil. Вот сейчас будет реально интересно. Итак, друзья, Dream Coil — очень интересная способность, которая не позволит оппонентам далеко убежать от нашего пака, так сказать, мы остановим их своим воображением. Что ж, смотрите, хоткей у нас цел, да, у этой у нас способности, пока не будем по уровням прокачки разбирать, я вам в целом расскажу, что эта способность делает. Смотрите, вот такая вот у нас АОЕшечка, 375 единиц, и давайте, наверное, закинем, ну, вот так вот. При этом, смотрите, идет микростанчик. Микростанчик на оппонентов, который у нас тут вот также обозначен, 0.5 секунд стана написано по уровню прокачки, и видели, такая связь образовалась, АОЕшка 600 единиц этой связи, то есть смотрите, если мы вот так закидываем Dream Coil и на 600 расстояние от этого вот светлячка мы отойдем и разорвем эту связь, то мы получим стан. Стан у нас зависит от уровня прокачки, длительность стана. Очень интересная тема. Ну и длительность самой этой способности, вот этого Dream Coil, у нас 6 секунд. То есть на 6 секунд вы привязываете к определенной точке всех оппонентов, кто входит в эту АОЕшку 375 единиц. Очень прикольная способность. Вот я сейчас связал 4 героев. Если один, ну вот так вот выходит из них, он получает стан. Второй выходит, он тоже получит стан. Но если вы стоите в этой АОЕшке и не рвете эту цепь, то, соответственно, вы ничего не получите. У нас также тут есть инициал дэмэдж и дэмэдж разрывной. То есть, если вы выходите с этого круга, помимо того, что вы получаете дэмэдж, так вы еще уходите в стан. Ну, стан вы уже посмотрели, и нужно посмотреть еще о дэмэдже всю вот эту тему. Смотрите, на первом уровне у нас идет 100 инициал дэмэджа, 0.5 секунд стана, это у нас идет именно тот момент, когда вы сами закидываете Dream Coil, вот этот кратковременный станчик, это 0.5 секунд, он на всех левелах, в принципе, одинаковый. И по разрыву этой цепи вы получите 100 урона дополнительно и 1,5 секунды стана. И длительность 6 секунд этой способности. На первом, на втором и на третьем 6 секунд длительности этой способности. То есть Dream Coil, если вы накидываете, то 6 секунд он будет вот так вот держать, а потом пропадет. Естественно, можно будет уже покинуть эту АОЕшку 600 единиц. То есть, ну, разрыва цепи. Вот эта АОЕшка разрыва цепи 600 единиц. На втором левеле 150 инициал дэмэджа и разрыв койла нанесет вам 150 урона, и вы уйдете в стан на 2,25 секунд. На третьем левеле вы нанесете инициалом 200 урона, 200, и при разрыве цепи койла вы получите еще 200 урона и уйдете в стан на 3 секунды. КД данной способности 75 секунд, и монокост 100, 150 и 200 маны для того, чтобы у нас закинуть Dream Coil. Я надеюсь, вам понятен этот спелл, друзья, по теории. Очень, в принципе, простенькая тема. Друзья,
У нас тут есть еще Аганим. О Аганим мы немного позже поговорим. И хотелось бы посмотреть, как работает эта способность у нас на БКБшных юнитов. Во-первых, смотрите, если у нашего оппонента нажата БКБ, то мы повесим все равно Dream Coil, но если он разорвет эту цепь, ему ничего не нанесется и он не уйдет в стан. При этом ему даже микростан не накладывается, когда он находится в БКБ. Но если вот так вот у него БКБ шло, то есть, допустим, БКБ идет, 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 там мы такие оба Dream Coil закинули, и у него БКБ сейчас уже знаем, что закончится, и он порвет эту связь, когда у него закончится БКБ, и, конечно же, он получит урон разрыва койла, и, конечно же, уйдет в стан. Да, вот такая вот у нас немного замудренная способность. Ну и Аганим у нас позволяет простанивать через БКБ, но об этом чуть позже, там тоже есть свои плюшки. Ну и что ж, у нас это магический урон, как и все, в принципе, способности, и, соответственно, этот магический урон, худы пайпы, все это подблочит, БКБ подблочит, и развеять вот этот стан... Довольно-таки легко, на самом деле, его развеять, но когда вы в стане находитесь, вам очень тяжело его развеять, конечно, самим. Но Легион сможет вам, конечно же, помочь и другие персонажи, которые накладывают развеяние. А у Оракла очень прикольная механика, такая, что он ультимейтом, вообще, как бы, ну, Dream Coil вообще пофиг на него будет. То есть вы накидываете Ораклом, то есть союзник Оракл накидывает Руфу, допустим, тот спокойно бежит и убегает в своем ультимейте, ему ни урон, ни стан, ничего не несется, но по окончанию ультимейта, естественно, прилетит. Но, в общем, вот такой вот у нас Dream Coil. Итак, друзья, и что ж, перейдем, наверное, сейчас уже к просмотру Аганима, и это тоже интересно, давайте. Итак, друзья, взяли мы Аганим, и посмотрите, какой красивый эффект. Такой же у нас эффектик и у Шамана, но, конечно же, у нас ультимейты разные. Но сейчас будем говорить о Койле. Смотрите, что у нас жестко поменялось. Во-первых, у нас поменялась длительность Dream Coil'а. То есть у нас Dream Coil был без Аганима 6 секунд, а стал 8. То есть на 8 секунд вы можете вот так вот завязать у нас оппонентов, и они будут стоять 8 секунд здесь, ну, либо если выйдут, получат стан. Ага, а коротко о стане. Стан у нас тоже улучшился, он стал у нас теперь таким. На первом левеле на 1,5 секунды застанет, на втором на 3 и на третьем у нас 4,5 секунды стана будет. Друзья, у нас очень сильно поменялось со второго левела и до третьего левела стан вот этот. При этом у нас еще и увеличилось количество дэмэджа при разрыве. У нас при разрыве теперь койла будет наноситься дэмэдж так: 200, 250 и 300. Но вот здесь вот табличечка, вы видите ее, и ранее я ее прилагал, вы ее могли уже заметить. Ну и что ж, смотрите, самое-самое прикольное, это, конечно же, действие на БКБшных юнитов. Смотрите, Руф в БКБ выходит, такая, мне все равно, раз, и такой, блин, что за фигня, и ушел в стан. Да, теперь эта способность у нас будет душить через БКБ. То есть для тех персонажей, как, допустим, Найкс, там, ну, для БКБшных юнитов других, эта способность у нас уже стала более серьезнее. Прикиньте, на ласт левеле 4,5 секунды станы. Но, как бы, кто будет ждать 6 секунд койла? Конечно же, он, наверное, выйдет с койла и получит 4,5 секунды стана. При этом еще и 300 дэмэджа. Но, как вы заметили, дэмэдж через БКБ не прошел, а вот стан прошел. Ну и, в принципе, вот и все. По данному персонажу, по данной теории, друзья, надеюсь, вам это было очень полезно, и вы не скипнули и досмотрели это до конца, потому что я старался. И что ж, сегодня я приготовил для вас, как обычно, ну, несколько красивых игр и керри-пак, да, через Радиенс, да, и пак, который жестко киляет через догоны. Конечно же, друзья, сегодня мы все это увидим. Пожелаю всем просто приятного просмотра. Спасибо, что смотрите, спасибо, что лайкаете. Спасибо вам за то, что на гирокоптере поставили много лайков. Я просил, друзья, вам респект, кто ставит, друзья. Всех обнял, поцеловал, подсосал, как говорится. И все, переходим уже к геймплею. Погнали смотреть, сейчас будем душить. Уф, друзья, что ж, загрузились мы, и сейчас мы будем брать ичничич пака. И что ж, кто у нас жестко контролит пака? Всякие сайленсы, хиксы, баратру может подконтрить, может акс очень хорошо подконтрить. В принципе, все персонажи, которые любят лоу-хэповых героев, а именно пак у нас такой. И арморчика у нас также нету, мы спокойно можем им фидить по КД. Это нормально. Так, что берем на центральную? Дефолтный билд. Фантом Ассасин, ну, Фантом нам, Джаггер и Фантом Ассасин нам вообще, в принципе, не страшны. Они нам будут только тогда страшны, когда у них будут Абиссалы. Да, только тогда. Или Хиксы.
Очень хорошо Леон может нас законтрить. Очень хорошо нас может законтрить Шаман тоже. Нам Хекс, сетку дадут, нам все, мы не выживаем. Очень хорошо будет, если мы будем двигаться правильно. Мы сможем, как бы, знаете, там успеть накинуть Сайленс. И, конечно же, не позволим, чтобы на нас накидали всякие пакости. Во, взяли Сайленсера. С43. Вот Сайленсер будет нам немного личик это напрягать. Придется делать Юльчик. Юльчик. Так что вот так. Сейчас будет у нас дефолтная игра, друзья. Дефолтную игру мы сыграем. Пак через, как обычно, Дагон, там Этериал. Через такой, знаете, боевой пак, который всегда у нас будет душить и бегать на дагерах и пытаться эвейдить и все тому подобное. Так что вот так, друзья. Сейчас будем начинать. Ой, панда. Панда тоже хороший пик. Хороший пик. Вот как обычно, мне в Инстаграме пишут, ребятки. Капсы купи! Все, парнишки написали. Спасибо, друзья, всем, кто подписывается также на инсту. Хожи, что с тобой? Все лайкают, пролайкали, друзья, от души. На инсте, кстати, скоро будет 1к, это будет очень хорошо. Так, ребята там, смотрите, драться пошли. Урсевич, ай, ну, ГГ Найкс, да, 62. Блин, так жалко смотреть на эту тему, что я так далеко, на самом деле. Но руну, я не хочу руну отдавать. Че там, пиндарин идет, да? Хорошо. О, тут Джага, а я руну все равно отдаю, да? Руну все равно отдаю. Просто подамажу, отойду. Печалька. Печалька. Че, у нас сапа нету, да? Ну, вардов опять не будет. Если меня еще тут сейчас сало будет на миду овнить пострашно. Ну, сало можно выиграть. И главное, куру. Экспириенса я не взял, а Сайленсер там будет на экспириенсе. Это очень плохо будет. Ладно, попробовать ее перекрипстатить и все. У нас очень сильный герой. Перекрипстатить должно получиться. И все будет гуд. Он дисками ластхитит, так не уверен, походу. Ага, вардик принес себе. Опа, добили. Сейчас качнем shift. Начнем чуть-чуть его подзадрачивать. Опа. Хорошо, надо его достать еще. Немного линию подпушил я. Хорошо, что он дисками ластхитит, он себе пассивно чуть-чуть ману натратит. Но он все равно там реген, хватает регена, чтобы дисками так. Но по крипстату у меня вроде все не так плохо. Оп, кайтим тычку. Невидимого, отходим. Когда не видим оппонента, желательно сильно нагло не стоять. Ля, промах вылетел. Оп, сейчас еще кайтить будем, да? Кайтим. Обязательно до конца выдерживайте спелл, чтобы до конца тычка была откачена. Еще раз кайтим. Дайте ему на Харас закинем. Да ля, такие промахи. Но не могу, стою просто с лоу-граунда. У меня еще куры нету, я бы себе уже сентрик принес бы. Куру придется, походу, докупать. О, куру докупим, ребят. Продаем. Покупаем, так сказать, все, есть. Но это плохо, это на самом деле по финансам очень хорошо ударит мне. Варда также нету. Ну, сентри, куру, опсы, это слишком жирно, считайте, 400 золота, все то, что я стартово нафармил, я это все сливаю. Давайте тычковать его по чуть будем. Вот видели, не откайтил, потому что поторопился. Вот этот надо момент понимать, друзья. По тычке можно ему поддавать немного. Где у нас вардик, ага. Хорошо. Отлично. Откайтили. Да, он меня пытается прям жестко задрочить тут. Хорошо. Вардик пока не снимаем, потому что он может заластхитить его. Когда линию отпушим под него. Мне бы сейчас ботлик. Было бы круто. Давайте немного подпушим, чтобы захарасить. Вот так вот. Хорошо, берем сало. Добиваем крипа. Ну, почти добили. Вот этого надо добить. Чалька. Оп, плохо. Его хил юзаем. Линию подпушиваем. Смотрите, он все ману там закинул. О, пушим линию. Пушим. Хотя можно не пушить, спокойно стоять тут. Я уже начал пушить, поэтому варианта другого нету. Сайленсер взял иллюзии.
Надо боту. Боту надо. Хорошо. Дали ему тычек немного. Берем орбу. Я раскачиваю орбу на данный момент. Будет все норма у нас. Вот эту кату бы все сейчас добить бы. Было бы круто. Опа, еще и варда куча. Найс, все. Берем. Ля, душит. Шо за кайтели? Стик берем, тпшку. Отлично. Но мы его убьем сайленсера с 6-м левелом. Надо его подзадрочить просто. Давайте вард возьмем. Если я так увереннее буду чувствовать. У него варда нет, а у меня будет вард. Намного лучше будет. Можно взять, пожалуйста. Хорошо. Опа, он отошел на руну, походу, да? Склик. Хорошо. Набиваем. Дримкоил есть у нас. Обычно на хороший этот... подловить обычно очень легко. Героя какого-нибудь. На левел просто. Так лучше всего подлавливать. К сожалению, я такой момент уже упустил, потому что и Сало отошел. Да, Сало вообще ушел с линии. А вон он пошел куда. Кто у нас там? Джага. Джагу задрачить будем сейчас. Джага фармить не будет. Я обычно вообще фейзы беру, но тут видите, с покупкой курьера и вардов тут как бы особо фазы не возьмешь, чтобы задрачивать оппонента. Оппонент, как правило, страдает против пака на миду. А тут шансов у меня не было. Задрачивать прям очень сильно. Пропускаем крипов. Сало, 5-й левел. Я его убью. Сейчас только Джага отойдет. Я пацана убил. Бара бежит. Ну, с барой тогда дримкоил даже тратить не буду. С барой дримкоил тогда даже тратить не буду. Хорошо. Отлично. Поехали. Нет, потрачу. Мне нужен этот фраг. Мне этот фраг нужен. Хорошо. Ну, все, и ласт хитим дальше. Хорошо, сейчас руна будет. Давайте отопьемся немного. Сейчас этих крипов смываем. Не буду тпшиться, потому что бара уже бежит там. Лишнее время потеряю. Орбу раскачаем. Не получается ласт хитить у меня. Дитки промахиваются. Но я на самом деле это первая игра, не расклика. Прошлую игру играл давно, по времени, поэтому немного не раскликаны. Давайте фейзы возьмем. Все, имеем. Монетка, неплохо. Неплохо. Еще бы активку на низу забрать, было бы вообще шикарно. Сейчас фейзы придут. А, фейзы, так у меня сапога даже нет. Но. Вот с покупки курьера, конечно, да, я в просаде, в нормальном. Ну, с блейдами можно будет задрачить, сейчас у меня кайла будет. Можно будет задушить. Кайла будет. Хорошо. Дедок на руку промахнулся. Панда бежит. Ля, там панда разложился. Интересно, у него сколько хп, если он разложился. Обычно на подсейф юзает ульту. Что за руна иллюзии? Ну, абсолютно бестолковая руна на самом деле. Опа, панда. Панду, да, убивают там. А сейчас приду, помогу еще, кстати. Еще этого чувачка убьем. У нас пожог, так сказать. Хорошо. Лоу хп застилили. Прям вот лоу-лоу-лоу. ТП на мид. Вот этого пацана сходу сейчас. Бля, я не доконтриваю. У меня стик еще есть. Убьем. Нормально. Могло быть намного лучше, я немного в контроле. В контроле немного просрался. Арита пол лица. Хорошо. Кто там еще тпшится? Индарин. Нормально. Можно подзадрачивать, у нас фейзы все равно. Да не откайтил я. Печалька. О, глобалку дали, у меня фейзы есть. Лечу. Можно подкайтить еще, побить даже.
Закайтили, задушили. Че берем? Да, этот догон, конечно. Первый артефакт у нас будет догон, ребят. Хорошо, панду мы так обманули. Получилось у нас. Закайтили его клэп. И добили. Сайленса маны хватило. Хорошо, все. Поехали далее. Тушить. Вниз можно прилететь, сразу зафармить и руну пойти взять, да? Go, попробуем. Хорошо. Что ты хочешь? А, у тебя там фейзы тоже. Умничка какой посыл. Ой, какой злой. Да какой злой. Це, брат, ГГ тебе. Це ГГ тебе. Кайла ставим, ребят. Кайла поставим. Это даже не застилить, потому что тут у нас еще Якс. Муцер. Пишет там. Ребят. Я мид. Мид пошел. Ракви, Муцер. Сайленсера можно изи по кдэчс убивать. А догон будет, так вообще забейте. Догон будет, так вообще забейте. Нормально, возвращаемся на центральную. Погангали, все пока хорошо. Ситуация по карте отличная. Сайленсера мы тоже убили разочек. Поэтому как бы можно сказать, что и мид в принципе успешен. Но у нас 43 крипа всего, ребят. Это очень мало. Это очень мало. 50... 3 должно быть, на 10 крипов я в минусе, но у меня 4 фрага и 2 ассиста. Это, в принципе, ну, может как-то скомпенсироваться, но, тем не менее, лучше тоже большое количество крипов, чтобы крипов 60 было примерно, и у нас бы уже догон был бы даже, уже очень близко было бы до догона. Так что, друзья, не забывайте, что крипстат тоже очень важен. Очень важен. Что там, ребята? Подсасывают, походу, да? Давайте сейчас немного побьем вот этих крипочков. Так вот, опа. Салоза активно руной пошел. Я не пойду, я уже не успею. Надо было... Или если лететь, то на орби надо было лететь уже. Оп. И сейчас нападу еще раз. Боится, убегает просто. Газует просто на базу. А хрен с ним, не пойду я туда. Я туда не пойду. Не вижу смысла. Зато тэшку заберем. Да, догончик будет. Можно будет задушить. Сайленсера вашего. А даже и без догона можно убивать спокойно. Без догона даже можно убивать спокойно. Просто койл ставите, тычкуетесь и орба, shift, silence, все это используйте и все. Шифту, чтобы что-то закайтить. Фига. Бля, там овныч идет прям жесткий. Глобалку нажали. Я бегу туда. Я помогу, ребят. Я помогу. Добьет с ульты, да? Ясно. Ясно. Оп, хорошо. Плохо, что я не смогу орбой долететь. Ох уж этот Акс. Все застилим, все зафармим. На базу с ТП-шки. Пойдет. Одеваемся по чуть, это главное. Так, возьмем. Стик до АП. Это, в принципе, наши вот такие боевые артефакты. Если вот сильно сейчас сайленсер будет напрягать, мы сделаем Юл, конечно. Но сейчас дагер лучше сделать, чтобы все подстиливать. Потому что у нас герой вообще сам по себе очень жесткий стилер, который просто, ну, ничего не должен давать союзникам. Догоны везде, догоны, догоны. Под 50 фрагов игры заканчивать можно только так. На ура. Так что мы пока вот в таком вот состоянии. Так сказать, в начальном. По чуть сейчас посмотрим. Рунки туда-сюда. Там, в принципе, контроля на меня толком нету. Не ошибаться и килл любого. В принципе. Не ошибаться и килл любого можно. Хорошо. Что-то Джага ошибся на самом деле. Подошел так выпал. Он не думал, что Акс так забежит просто. Ошибся, братец. А я прыгнул, сразу прокаст дал всего. Догончик будет 22 секунды. Мартретку можно изи, любого вообще, килять.
Панду только не убью, 1100 хп. Но если через койл пол хп у него будет, Урсу тоже можно. Погнали по душам немножко. Закидываем орбу. От орбы уворачиваться на самом деле очень легко. Просто она летит, в сторонку отходите. И все. Сало ему дадим упор. Ах ты, Криса. Хорошо. Хорошо. Оу, щит. Тут я не помогу, братец. Опа. Ну это на вставочку. Лоу. Просто. Казалось бы. Казалось бы. Спасибо. Спасибо. Найкс. Это на вставочку, да, ребят? Сейчас. Ча, низ. Низ руну. Иго. У меня вообще тагер остался, я бы на низ пошел. Акс, ой, Акс, Найкс, получается, подбайчивать надо, чтобы я врыв сделал. Ну, гоу, сейчас вот сюда влетим. Да ладно, промах, у нас хит еще промах. Души его, он сейчас ульт даст, ой, как тебе больно будет, бро. Хорошо. Больно. Гоу сюда, поддефимся. Тагерок сейчас возьмем. Первая каточка такая, походу, изи у нас получается. Но красиво. Момент хороший был. Хорошо. Поехали. Кто там задушил? Ой-ой-ой, Бара бежит. Но убьет Сайленсера. Мне кажется, Мартретка ему напихает сейчас. Мариточка, ты что ж? Ай, молодец, просто вот, не знаю, у Бары там шансов не было, я бы ливнул, наверное, на Баратру. Пойдет. Так, но, тем не менее, у нас уже есть дагер, а это значит, что все очень хорошо, друзья. Сейчас мы сможем соло уже Сайленсера душить, прям, ну, я вот все говорю, соло душить, и сейчас покупки догон, но ни разу его так еще и не убил. А знаете почему? А потому что просто не подсвечиваются они на карте, нет у меня мобхака. Я бы тут ставил рекламу, наверное, какого-нибудь мобхака и, как бы, ну, чтобы все было хорошо. Но я не такая сволочь. Ц, лол, что я несу. Ладно, продолжаем. Там видели? Лоу, хп, пойдемте попробуем. Сейчас, если они будут на минус, сейчас подзастилим кого-нибудь. Просто сейчас покажу, как сделать комбинацию через догон. Что нужно замутить. Марита на миду. 800 хп. Ну, там армлет, походу, да? Армлет гейминг. Хорошо. Сейчас сюда в лес, если тут нету, на Рошана полечу. Ага, в лесу, значит, вот тут будет. О, вон он, Урс. Хорошо. Застопили его, задушили. И этого пацана можем, кстати. Есть кнопки. Через 3 секунды нажму все. Ага. Ага, нету. Нифига он втопил. А, и нифига он жесть втопил, как. Я даже не думал, что он так быстро убежит. Хотя я вроде там, я просто в лесу там. Как этот, как каракатица просто долго шел. Вот и все. Хорошо. Найксу в этой игре дагер не нужен. Я могу в роли дагера выступать очень легко. Я просто могу просить Найкса, чтобы он в меня залез. Марита ушла вот сюда вниз. Но без вижена, конечно, такое себе бегать, кого-то искать, гангать. Вот эти вардики барочка у нас ставит. Молодчинка. Надо вообще найти себе линию, ставить просто линию долбить, ребят. По-другому как бы. Так, джага. Ого, джагер. Сейчас крипы так пройдут. И, ну нет у нас времени ждать, пока крипы пройдут. Его вот сюда. Там еще Пандарен. Лучше Пандарена зацепить тогда. Или Урс. Во, это наш клиент. Он сам к нам идет. Сало дам ему просто. Хорошо. Пересидим, переждем немного первый. А, все равно он даже через этот, что ли, сжигает. Вот это, конечно, новость. Поехали сюда.
Надо будет затестить сайленсером. Меня, походу, через этот карает. Через shift. Вот это я, конечно, не знал. Ну, гайды пишутся для того, чтобы что-то новое узнавать. Вот я и сам тоже новое узнаю. Поехали. Есть у нас кнопка. Давайте ману чуть побольше отопьем. Все, есть. Сейчас будем прыгать просто. Дыщ. Это вам правильная комбинация, пацаны. Просто. Прыжок W. R. C. Рики Мару там ГГ, походу, да? Погнали на низу. Пацаны не сдаются, до конца гейминг будет. Поэтому тут будет жесткая катка. Жесткая катка будет тут. Пацаны до конца играют. Курс еще ни разу рожку, кстати, не забрал. Хорошо. Найкс, там камень прилетел. На него баднес. Баднес. Я догон постараюсь сейчас размаксить. И сделать Октарин. Но Юл нам по-любому нужен будет. Давайте, может, сейчас Юл бахнем, чтобы монопул был. Сейчас, наверное, Юл просто сделаем. Денежка сейчас имеется. Потом догончик будем прапывать дальше. Пока сейчас вроде убиваем, но нужен Юл, ребят. От глобалки нужен Юл по-любе. Плюс с Юлом можно будет душить по-страшному. Все, забрали на изи, просто раскачиваем. Опа. А тут надо уже мансить. Все, в даггер, в инвизович. И на базу. Че именно пак? Стилери, лол. Лол, у тебя что там? 13 ассистов, ну хз. Что я что такой стилер? Осуждаю. Осуждаю. Поехали, есть Юл. Стик в помойку, ТП-шку берем. Сделаем вот так вот. Поехали. Гоу. Я прошлую драку соло убил там кого-то. Кого? Джиггернаута. Джиггернаута соло убил. Там убил. Лол. Стилер би, говорит. Гоу вот это. Сейчас задушим. Но этого я застилю. Или нет? Что там пешочком идет, да? Но далеко я не пойду, лол. Вот, ну вот этого пацана можно пойти. Лол. Буду драться. Хорошо. Пойдет Юльчик, сейчас помог. Чуть не сдох, а видели, крит 500 залетел от мартретки чистым дэмэджем. Это жестко выглядело. Нормально, там еще забрали кого-то сейчас. Чисто на ассисты сыграли. Так он мало сейчас урона наносит. С догоном вообще так можно вообще жесть чуть мутить. Просто запрыгивайте и уничтожайте. Кого угодно. Кого хотите просто. Вот это дефолтный билд на пака. Через Юл, через догон, дагер. Это чисто дефолт. Запоминайте, друзья. Я еще думал собирать. Нет, Юл, давайте соберем, ведь это гайд. И на гайде нужно показывать самые дефолтные билды, а потом уже все остальное. Поэтому вот такой вот вам билд. Дефолтный, это первый билд будет. Хаста, погнали на базу. Как раз еще левел догончика возьмем. Можно еще линку докупать. Если вы докупаете еще линку, но это сбор 83 уже. Линка еще дополнительно. А мы играем 85-ю. Тоже можно. Я не говорю, что на 85-й нельзя линку собирать. Я говорю о том, что на 85-й можно собрать Октарин и Этериал. И прикиньте, что будет. Вы просто будете по КД, по КД 10 секунд закидывать догон. Просто вы прикиньте, насколько это частый юз догона. Это очень-очень частый юз догона, ребят. Поэтому вот, ну, держите в курсе. Вот эту тему. Вот эту тему нужно держать в курсе. Я там душат, да? Такие баратрумы. Бара стилит. Бара стилит. Опа. Ульт.
Печалька. Ого же эти стилеры. Так, хорошо. Руны нет. Руны нет, это плохо. Погнали, найдем кого-нибудь, бахнем. С комбинейшн. Минус 20. Приехавший. Кстати, Сало молодец, тоже Сало сделал. Вард стоит, походу, да? На ХГ. Здесь пара. Бежит. Герой. Залазь меня. Залазь меня. Не хочешь? Ну да ладно. Хорош, додумался. Хорошо, можно поиграться чуть-чуть. Можно чуть-чуть поиграться. О, Урсик идет, тоже не поиграться. Оп. Можно поиграться чуть-чуть. Ребяток нечем меня ловить. Джага на миду. Оп. Это плохо. Есть шифт еще. А, Найкс вылез. Найкс не выдержал таки. Зачем ты вылез? Лол. Все под контролем было до того момента, как Найкс не вылез. Ой, ладно, ну окей, засуицидил, пацана. Засуицидил. Можно было поиграться. Можно было поиграться. Ну да ладно. Моя вина, окей. Уже вижу, как пишете комментарии. Говно, конченый лох, мудак, я тебя ненавижу. Да ладно, поиграться, что можно. Сейчас они вообще как куколки. Но надо апаться. Я бы так их просто задрочил, если бы сейчас не подловили. Очень много дэмэджа влетело, кстати, там сейчас. Пол хп было уже. Потом уже просто на даггере уходить и на... этом... на орбе, и все. Но Найкс зачем-то вылез. У Найкса тоже жопа загорелась, захотел убить. А виноват я, получается. Я бы ушел, просто ушел бы, и все. Нефиг там делать. Как видите, не ушел. Пофиг на тебя. Сайленсера надо. Сало нету, да? Ушел. Идет. Там на самом деле такие дамагеры жесткие, что мне вообще ошибаться нельзя. Кстати, один раз фидели на паке, вот, ну, три раза за игру это максимум, сколько можно умереть. А все остальное это уже фит-контора. Там уже просто не доигровки, не тайминги и тому подобное. Так что, ребятки, имейте в курсе вот эту тему. Одного крипа там оставим, хрен с ним. Пусть будет. Пусть пацаны, если в лес пойдут, чтобы фармы не взяли много. Гоу тушить. Гоу-гоу-гоу. Надо сейчас подраться хорошо, они комбэчить начали. О, Акс Сакрет купил зачем-то. В Радик пойдет, наверное. В Радик пойдет, наверное. Там тоже глобалка. С глобалкой тоже не очень хорошо играться будет. С глобалочкой-то. Хекс делает. Вот Хекс против меня, это страшная тема. А Линка просто... must have артефакт. Против Хекса. Линка просто must have. Джага порвет изи связь. Это плохо. Глобалку, да? У меня хлопок нету просто. Опа, выйди. Джаггере. Блин, когда он кинул его? Я не в курсе, когда он его кинул. Ля-ля-ля. А жесткие какие-то беготни тут. Реген. На реген я не пойду. Залазь. В чем проблема? Почему не залез, я не понимаю.
Хорошо, пойдет. Сало есть для тебя. Бля, жестко душит. Пойдет. Пойдет. Нормально там от Сайленсера бегали. Поехали на низ. О, хорошо, зафармили заодно. Дагон в четверку сейчас. Гоу возьмем варды. Че париться? Ля, там кто-то душит наших пацанов. Погнали. А, Ульса загуливает. Все загуливает. Погнали, сейчас варды как раз растаем. Нормально, Юл очень сильно помогает. Но Линку тут придется Октарин. Но вообще сейчас желательно бы Этериал сделать. И все, на этом дело в шляпе. Чтобы душить просто с прокаста. И Октарин на Октарине еще. Но там Хекс, видите. С Хексом будут проблемки. С Хексом будут проблемки. А, Джага на меду. Сейчас убьем. Опа. Хорошо, это наш тоже клиент. Хорошо. Хорошо. А где я? Почему блинк не сработал? Хорошо. Барочка, брат. Ты где? Я умер, да? Нет, я живой еще, розовый и теплый. Почему бара чаш не давал, я немного не понял. Да ладно. Айксевич. Хорошо, ну найс постилили, да? Найс постилили. Ну, а это такая игра на паке. Найс постилили. Хорошо. Да, я думал, он... Я раньше... Что... Ну, вы поняли, что я хотел сделать. Хорошо. Вы поняли, что я хотел сделать. Пролетит. Глобалочка. Плохо. Ну, сильно танчить тут не будем, конечно. Вот так вот сделаем. Давайте вот так койл сделаем. Опа. Жаль, кнопок нету застилить. Эх, промах, прикиньте. Промах вылетит. Еще промах, ясно. Байбак, сало, байбак. Сейчас Этериал сделаем. Этериал. Ляша творит. Ляша творит. А давай я его заявлю, братец. Уйдешь? Блочил. Оу, подблочил, называется. Хекс у него уже. Он с этой драки Хекс поймал сейчас. Подблочил. Зачем я его спасал? Там Хекс. Линка нужна. Линка, вот теперь нужна Линка. Видите, как Линка нужно. Го, Линку собирать. Я не буду игнорировать Хекс, это будет неадекватно. Лучше Этериал и без Октарина. Но очень хотелось через Октарин вам игру показать. На стриме очень много игр вы видели. Октарин, Этериал, Даггер и все. У вас просто КДшки нереальны, вас поймать нереально. Делаем Линку. Линка нам просто нужна теперь. Иначе мы так и будем фидить каждую драку. Еще пацана начнут спасать. Зачем? А у меня такая всегда, кстати, сущность была, вот, ну, помочь, а толку-то нету, сдох. Еще одна смерть, и потом уже идет просто тупо фит. Гоу жестко, душить их, не давать им ничего вообще абсолютно. Но на самом деле потные качели у нас такие, я сильно-то, в принципе, в игре не напрягаюсь, но у нас качели идут. Мы можем драку вин, мы можем драку луз. Так что вот такие вот у нас тут файтинги идут. Так, сало, поэтому хекс. Ой, Урса не допрыгнул. Ультанет, убежит.
не убежал. Бывает. Ультанет, убежит, говорит. Го, вот эту сюда штуку отправим. Как раз на ТП-шке топ заберем и пойдем. Рики с Момом и Буризо. Ребят, Буризу не профит покупать ему. Держите в курсе. Лучше бабочку купить. Куда намного лучше. Куда лучше. Куда лучше будет купить бабочку. От бабочки больше демеджа будет. Причем больше стабильного демеджа. Стабильный демедж лучше. О, щит. Братец, подожди. О, Bloodsking Boar. Понимаю. Слушай, отстань от меня. Что хочешь? Ля, вы шо? Что хотите от меня? А можно, блин, кануть? Спасибо. Най-най-най. О, вот это плохо. Даггер будет, я убью его. Нету даггера. Все на блинке ушел. Хорош. Я еще захилился жестко с опенвоунда. Отлично. Нормально покайтили, подушили. Подушили. Ну, с Урсой прям проблемки чувствуются. Там Абиссала только с Башером не хватает. И ГГ Урса будет опасной машиной. Нормально, раскачиваем, разводим, пока ребятки подтягиваются, сами видели. Очень даже хорошо все получилось. Погнали на низ. Быстренько. А, все, на низ уже пришли. Погнали на руну туда. О, дабл деф, уж нормально. Погнали. Чуть-чуть до линки осталось. 850-850. Урс, конечно, жесткий. БКБ купил, уже сразу чувствуется, что проблематичнее с ним бороться. Так, в дримкоиле бы он стоял, просто я бы его бил и все. И все. Отлично. Еще подстакну. Еще руна будет. Хорошо. А в пятером бы собраться. Какую банку дай тебе? Банку дай, говорит. Писи что-нибудь на монопула. Банку, говорит, дай. Банку, говорит, дай. Тебе она все равно ничего не восполнит. У тебя вообще нету маны. Низ, го. Го, в принципе, джаггера там начали убивать. Уж джага убьют. Хорошо, дается глобалка. Забрали они. Без кнопок. Эх. Рома, хорошо. Это пацана. Так, ну, мартретку бы забрать, было бы cool. Надо на Юл все поднимать. Хекс будет, да. Да, инста-хекс просто. Ну, надеюсь, выживу. Да, выживаю, нормально. Я там не буду. А я умер. Я умер. Эх. Вот из-за Рики на самом деле тоже я подзабайтился. Но сам виноват, сам не доконтрил. Ну, я не знаю, Бара тоже не пришел что-то. Ладно, ну тут моя ошибка. Не мой контроль тут был. КЗ, почему пара не пришел? Это было плохо. Парни просто пошли своими делами заниматься, ребят. ХЗ. Ой, низ. Линка нужна, да, линки, копейки. Ну, не знаю, сейчас на самом деле вроде драка была, мы вместе пошли. В итоге, получается, я что-то быканул. Но я думал, на самом деле, мартретку убью с орбы. Все, напишем только ливни и все.
У меня 15 ассистов. Не меньше, чем у остальных. 15 ассистов. Не меньше, чем у остальных. И я еще стилю. Помойка чисто на баре. Не могу, вот просто тупо помойка. Я ненавижу таких людей. Просто он, ну, он не видит. У бары 21 ассист, это на сколько? 15, на 6. На 6 фрагов больше. То есть получается, при нем я мог фактически стильнуть 6 фрагов. Но это же бред конченый. Не знаю, не уважаю я таких. А что хотите, пишите, ребят, в комментах. Но таких людей я не уважаю. Жалко, мне не хватает. Не хватает. Ну, добьет Рошанчика у нас Аксевич. Добей. Добей, бро. Жесть. Ладно, гоу ТП-шка. Помоечка. Грустная помоечка. Хорошо. Хорошо. Пусть добивает. Хорошо. Ну, я не видел его там, лоу. Я буду собирать. Хорошо. Поехали. Опа. Это пацана сейчас зацеплю. Надеюсь, успеваю. Хорошо, я цепанул, ребят. Ой, Аксевич. Немного кнопки перепутал. Ой, башер сработал. Ну, нормально. Забрали. Хорошо. Погнали на низ. Пойдет. Погнали на низ. Отходим. Отходим, ждем. Пойдет у нас Затар еще и терил бы. Терил бы еще. А, добьем тут барак. Нечего бояться. Хорошо, я тоже тут уйду. Уйду тут. Линку дал братцу на Рикимару, но толку нет. Тагер 0,3 секунды КД. Туда не стоит, мне кажется, идти. Это фит-контора будет просто. Оп, Станчик, как тебе такое? Ох, хорош. Ох, как хорош. Забомбило пуканов у него, наверное, сейчас. В здравом смысле-то. Ходим. Нормально. Вытащил сейчас парня. Так, ну а Его закончится, это Этериал будет, ребят. 100%. Ребята там за бары побежали. Нормально, кстати, полноценная катка. И мне нравится тем, что все ребята играют до конца, но тут 5К. Это игра на 5К. 4, 5К. Тут 4, 3, 5К. У меня тут 1К. Я на 1К играю всегда. Как бы мне все равно, какой ПТС. Где? GG. Жалко, так хочется, блин, Октарин. Это жесть, я даже не представляю. Так Октарин хочется. Ля, Акс прыгнул, отчаянный. Отчаянный, браза. Опа. Ля, дай закинуть. Бро. Оп, сразу юльчик и ешку плаца. Ну, хорошо. Еще можно сделать вот так вот. Еще вот так вот и просто побегать.
мозги поделать им. Оп. Оп, хорошо. Рикимару помогли, продамажили. Оп, Этериал есть. Ну, скоро у нас пропадет уже, в принципе. Аега. Нормально. Нормально, раскатили. Одна минута есть. Нормально. О, щит. О, щит. Давайте сольем все-таки. Его. Сольем. Просто ничего не нажимаем, сольем. Пусть. Опа, хорошо. Я отойду. И что ж, появляется у нас Этериал дополнительно. Вот и наши слоты, которые должны были быть, друзья. Ой, найс, там забрали. Сейчас я подожду, когда у меня все откатится, чтобы в красоте было. Сейчас будем делать комбинации. Просто Этериал. Прыжок, сало, Этериал, догон. Вот и все. Вся комбинация. Итак, и душим. Вот наш боевой затар. Про, ну я его... Простаню. Ну, хз. Надо было сразу либо его дать. Но я ульту снять с него. Бля, там беготня начинается, да? Я тоже быстрый. Я тоже быстрый, меня не поймать. Че, пойдемте Джаггеру еще раз засунем комбинацию. О, братишка. Братушка. Unstop убыл. Сори, застилил опять, получается. Ну да, ну да. Сори, опять, получается, застилил. Че, еще кого-нибудь подождем? Это пацан тоже, по идее, должен шокнуть. А, там вон сайленсер еще. Сайленсер. Хорошо. Нормально, такой билд самый универсальный. Вот это самый универсальный билд. Еще хотелось бы билд показать вам через Октарин. Через Октарин очень хотелось билд вам показать, но тут как бы не получится через Октарин вообще никак. Глобалку юзаем. Оп, хорошо. Хорошо, 2х. Вылазь. О, я сейчас в сайленсе буду. Так. 6 секунд. Проживу? Не прожил я тут. 6 секунд я не проживу. Я поймал Last Word. Вот Last Word очень сильно контрит нашего героя. Если мы его не кайтим каким-то способом, типа, знаете, Юл, там, что-нибудь, Манта, то ГГ. 6 секунд сала я не переживу. Криты, не криты, вылетают, ГГ. Но сфидил 4 раза, рак получается. Потому что 3 смерти допустимо на паке, это чисто такая статистика. В нормальной игре 3-4 смерти, ну вот 3 вот 100%, если в 3 укладывать, это очень хорошо. Если больше, это уже никак не пойдет, ребят. Пак такой герой, которого, в принципе, поймать очень тяжело. И я так понимаю, эта игра сейчас закончится. А, нет, не закончится. Нормально. Ну, пацаны пошли соляру фидить. Как и я, в принципе, фидил. Но я ждал их, когда они придут, на самом деле. Мне на базу-то не надо даже уходить. Камбудская, пацаны. Сейчас купим travel вместо фейзов. Вот так вот будет. И будем аккуратно подпушивать. Варды бы кто-нибудь поставил. Да кому они нужны, эти варды? Ждал пацанов, но они что-то курят. Так, берем travel. Берем travel. Соло я там никого, кстати, уже не убиваю. Поехали. Рез и по миду. Или Рошу лучше. Там, кстати, Роша сейчас пойдет. А, не, Роша-то, Рошу забрали. Рошу забрали, а Еги же давно пропал. Хекс, сало, молодец. Коус взял себе еще. Клоаку взял. Это тоже очень хороший вариант такой. Взять Клоаку, это годно. Это годно. Потому что тут много у меня магического урона сейчас разносится. Мы сейчас вот так будем делать. Хорошо. Хорошо.
Кстати, а в этой ситуации у меня Этериал был, я мог себе Этериал накинуть? По-моему, я только слил Этериал. А, я же на Сайленсера слил, я даже его не добил Сайленсера. Лол, я там думал, может Этериал залетит. Чё-то сейчас сижу, осмысляю эту ситуацию. Не очень такой фит получился. Не очень такой фит. По низу сейчас пойду. Там еще лотарщики эти, опсы, сентри. Все такое дело. Опсы, сентри. Опсы, сентри. Опа. А, это иллюжн. Иллюжн. Хорошо. Сало лотар тоже вот это. Ну, лотары не контрятся, ребят. Это нормально эти. О, ЦГГ, походу, да? А, нет, еще живой. Я должен убежать тут, по идее. Оу, щит. Я умер. Если не баш. Эх, вот это ГГ. Ладно. О, вот эту штуку. Ну, вот на мартретку я чисто шел. Получается, да. Я начинаю сливать игру соло. Ребята пока по лесам фармят. Я на низу стою, подпушиваю. Но получается, обосрался сейчас. Я не знаю, почему орбу туда кинул. Но это ГГ, это ошибка. Безусловно. Это ошибка. Ну, сейчас пойду варды ставить. Окей, надо вот здесь поставить, надо вот здесь поставить. Чтобы видеть оппонентов. Вот Урса, я и на самом деле увидел Урсу, и поэтому дальше решил идти. Потому что по-другому никак. Мартретку я уже тут, ну, не знаю, мартретка это уже хз. А у меня там уже ничего нету, ни Этериала, ни Иула. Я уже все потратил, чтобы уйти. И, как видите, задушили. Не удалось у меня. Ну, выиграем все равно эту игру. Это ошибка, ребят. Вот смотрите гайд, учитесь на ошибках. Смотрите, как не нужно делать. Смотрите вот эти микромоменты всякие, на которых, так сказать, следите за колдауном. Вот я сейчас конкретно не уследил, но не было у меня уже там возможности уследить за КДшкой. Вот и все, вот я и сдох. Как бы смысл такой. Сейчас 30 секунд реса. Ждем. Найкс без Маднеса. Ой, без Маднеса. Без МКБ. Это такое хз. Как мы с таким Найксом выигрываем вообще? Мам, Маднес, мом просто у него, и все, больше ничего нет. Ты по ней не попадешь. Хз, хз, хз. Ну, мы проигрываем тупо из-за меня, потому что я сейчас умер. В прошлый раз, если ребят я ждал, они... Хотя сейчас тоже они по лесам фармили. Тоже можно много чего сказать. Поехали, заварнимся, короче. Заварнимся. Гоу вардить. Ребята не хотят вардить. Придется вардить. Один не работает. Я думаю, почему мне иногда герой не раскликивается. У меня F1 не работает. Че выкинем? Юл. Эти догон выкинем. Он там догон, тут нам все равно не нужен. В такой ситуации. Тут еще поставим сейчас. На топе не буду ставить уже. Куру сек. Сейчас с догоном куру слить еще не хватало. С догоном еще куру слить не хватало. Ну, нам нужен на топе вард один. Да, господи. Можно догон, пожалуйста. Да ладно! О, боже. Конченый вардинг. Смело могу заявить, умер на вардинге сейчас. А, боже. Да, найс. Я, походу, сейчас солью игру. Тупо на вардинге сейчас сдох. Это называется так. 60 секунд меня не будет. Это вообще зашквар. Жесть. Это зашквар. Но если сейчас у нас Акс умирает, это, скорее всего, они сейчас могут пойти в трон. ГГ. Потно. Рикки тоже сейчас умрет. Так, ну, залетает у нас. Бара, нормально, нормально. Тимут дадим вот этому челу, который моралит, умный такой. Рот закрой свой, сиди, играй. Все будет нормально. Мы начали уже фефе, фефе. Нет тут еще фефе. Я сейчас резкость начну душить.
Рики не умрет, только Бара бежит. Так, ну хилку не разобьют они, естественно. Бара не жмет кнопочки у нас, но ничего страшного, это дефолтно. Че по ТП-шкам, кстати? ТП тревел. Тревел. Нету. Сейчас дефнем и, наверное, возможно... Нет, сало уже полетел. Сало я соло не убиваю. Молодцы, они камбэчат, но тупо на наших ошибках, что я там жду. Либо ребят нету, либо я на вардинге сейчас умер. Вот этот момент очень-очень плачевный. На вардинге умереть это ГГ. Все, Найкс вышел от ФК, но мы все равно это выиграем. Мы все равно это выиграем. Если вы эту игру видите, значит мы выиграли. Найкс просто лох слабохарактерный. Выдушить. Играйте. Топ ломают. Плохо. Не могу на докаты разбить. Хотя немного дэмэджа внесу. Где ты там? О, плохо. Еще хуже. Уходить. У меня кнопок нету пока. Это жесть. Ничего не можем. Душим. Ах, детекшена нету. Так, вон даем. Хорош. Даем вот эту штуку пацану. Куда собрался? Собрался он. Собрался он. Найс, почти, ребята, молодцы, камбэкнули. Красавчики. Так, вот этот глиф, кстати, можно откатить. И сушел. Цегеге. Не, Октарина жесть как не хватает, на самом деле. Нормально, не столкаем. На байбеке надо развести их. Глиф мы откатили только что. Интересно, джага будет тут у нас? А, вон он ТП-шится. Го-го-го. Иллюзии возьму, по низу отправлю. Нормально, вот так фановая игра у нас превращается в потную, потому что у нас Найкс без МКБшки. Потому что жду постоянно, вардинги сдох. Мои ошибки тоже тут безусловно есть, я их признаю. Но мы могли эту игру раньше закончить. Хорош, сам отдался. О, так там еще кто-то есть. А че так плохо-то? Этот наш клиент, его заберу. Хорошо. Ладно, в Этериал уйдем. Ребята заберут его. То байбэк джага ББ, да? Я его удал. Рики, братец, а может гоу побьем его? Он же наш клиент. Нет, не души. Жесть. Рики вообще, честно, просто ушел на фул хп. Рики на фул ушел. Просто. Жесть. Я в шоке с этого Рики Мару. Он просто на фул хп ушел. Но у него детекшн там. Я дам прокаст на типа хз. Даю, все, найс, это минус сало. Рикимару просто на фул хп ушел в магаз, типа, знаете, ну, игнор такой. Ля, у меня начинает прям закрадываться такое ощущение, что тут можем даже рили еще проиграть, потому что, типа, хз. Такое. Найкс, где твои слоты? Кто артефакты разбил-то? Я его задизейблю. Ля, не надо душить так. Юл, можно на... Я со стана не могу выйти, жесть. Додушивайте, я хз. Видели, я со стана просто не вышел. Ай, гг, просто обисал и законтрили. У нас бара АФК стоит, что ли? Или где бара вообще? Я со стана так и не вышел, жесть. Гг. Ну, сейчас в трон просто пойдет. Ну, глиф есть. Акс, если не умрет, хорошо. Нормально, слушайте, я не думал, что игра, на самом деле, мы сами такую игру сделали. Мы могли уже давно закончить, но не хотим. У Найкса нету МКБ. А у меня руки из жопы получаются. 8 раз уже сдох. Это жесть. Ждите всех. Пожалуйста.
Если Прикимару не ушел в магазин, когда мы дрались на миду, мы бы закончили эту игру. И в мид идут. В мид идут. 60 секунд. Ну не должны они спушить нам. Не должны. Бля, потная игра. Я не думал, что так выйдет, ребят. Рил. 6. Не думал, что так выйдет. Меня просто со стана не выпускают. Акс, отойди. Туда. Жди, братец. Пожалуйста, братан. Ну сдохнешь. Там мартретка тебя за секунды уничтожит. Уйди, уйди, бро. Все, найс. 40 секунд. Сейчас зарезаемся. Я постараюсь низ подпушить. Опять вардов нету. Блин, вот как же сложно, когда в игре никто не хочет вардить. Потно. Потно. Ну ничего. Ничего. Тяжело со стана не выпускает. Абисса ловлю, и там все уже просто разгон. Меня сейчас у Джаги там башер. У этого, у Урсы башер. У Мартретки башер. Просто можно не выходить со стана. Надо очень аккуратно играть. Просто все кдшки соблюдать. Не знаю, по низу крипы идут. Но игра может тупо закончиться тем, что они прогуляют крипов по низу. Акс на топе тоже подпушил, но на топе каты две. Поехали. Это иллюзия? Иллюзия? А нет, это настоящая. Бля, я ничего не нажал просто. W нажал, R, а там глобалка залетела. Ну, найс. Минус глобалка. Ой, на ТП. S4 на паке. Надо было ТП сбивать. Нормально. Мид толкнем и го по топу. Топ, го. Мид толкаем, по топу идем. Топ, топ. Хорошо. Встать толпу. Плохо, что без вижена идем, но что поделать. Что поделать. Мид подтолкнули, еще бы низ подпушить. Было бы вообще овер круто. Было бы овер круто. Хорошо. Он Дайкс просто обиженку из себя строит. Никогда так не играйте, друзья. Лучше выходите с игры сразу. Потому что это позор. Это просто позор. Игрового процесса. Отойти. Я не знаю, что в данной ситуации сделать. Тут вообще, в принципе, нечего сделать. Это ГГ. Сейчас все. Найксу срать на игру, сори. Сори, Найксу пофиг. Будем дефиться, я орбами буду откидываться. Можно уже начинать, кстати. Будем дефиться. Ну, задефимся, 70 секунд, я покидаю орбы. Тут не проблема, я, в принципе, думаю. Орбы покидаю. Там Рошан еще будет, да? Не знаю, мне тут все слоты нужны, еще хекс бы. Так лучше. А, Найкс обиженка. Это банлист просто, я забаню его после игры. Даже если выиграем, забаню. Потому что такие игроки это... Это ГГ... Это ГГ. Здесь меня тут не поймают. Я откидываю. 30 секунд еще откидывать. Нормально. По низу еще можно будет пройтись. Вообще желательно пешком пойти на низ. И отпушить. И нормально и прийти на центральную. Все, погнали. Ой, как хорошо. Там что-то пешку сбил как-то. S4 на паке получается. Получается, да. Опасно. Я уже думал догон выложить, попробовать прыгнуть туда. Низ, гоу, подпушим. Все, бежим. Травела есть, ребят. По низу. Травела есть. Глиф есть тоже. Еще пачка крипов. А можно в хаге тупо выйти, да, я так думаю. Трон. Да ля, ты меня убить хочешь, что ли?
О, лол. Хорошо, я ушел. Нормально. Вот это уже плохо. Аксич, братец. Все, догона даю. Найс. Расконтрили. Минус 3. Так, ждем, пока бара прибежит, сильно не пушим. Деремся. Сип Аксич поддержал. Уже поздно. Уже поздно. Надо отойти, да? А чё мы не бьем панду? Можно же убивать ее. Мурса жив. Плохо. Б. Да, мы их не можем запушить просто. Б. Урса байбэкнулся. Ну, Урса-то, кстати, слота нету. Ой, я залагал. Да ладно, вовремя, да? Если я сейчас сдохну, это трэш. Да ладно. Да ну блин, ну почему? Ну вот серьезно, что это такое? Вы видели, я... Вот если бы сейчас Рики умер, это был бы трэш и ГГ. Вы прикиньте? Тупо трэш. Сори, я лагал. Сори, я лагал. Ну, вот, как... Блин. Жиза, да? Вот серьезно. Просто жиза. Урса 90 секунд не будет, это радует. Ну, надо аккуратно подцепить. Дойти. Найс нарезает. Хилку, хилку, хилку я разобью. Сало. Сало. Есть у меня кнопки. Сало. Хорошо. У меня кнопок сейчас не будет, это плохо. Есть кнопки. Ну, я не знаю, Рики ушел, да? Но Рики ушел, Б. Я хз. Рики ушел. Рики. Но Рики нормально нарезает, надо Рики помочь просто. Топ толкнем сейчас. А, Найкс, конечно. Моральчик еще тот. Никнейм, ребят, запомните Найкса вот этот. NervnB014, вот этот вот, запомните ник. Пацан просто целенаправленно руинит катки. Просто по факту. Хорошо, пойдет. Но Рики там забрали, да? Ой, Пандарена забрали. А кто еще живой? Джага. Хорошо, Джагу с руки. Можно задушить. Хорошо. Поработали немножко в дотку, поиграли. Нормально. Я Б из ТП. Ой. Я Б из ТП прилечу. Нормально, поработали немножко. Потная каточка получается. Урсик там. Сейчас по топу пойдем, наверное. Я, наверное, не знаю. Нет, лучше на топ, наверное. Садись. Во. Ро. Дуралей. Окей, понял тебя. Понял. Аксич, бро, я дам его тебе. Но ничем это не помогло, к сожалению. Ну, Найкс просто игнорирует.
Давай задушим. Хорошо. Глиф. Но еще несколько героев. Мы вот так вот сделаем ему. Бара, если что, и перил тебе. Но не успею, да, походу? Хорошо. Они так глупо проиграли. Ребят, в общем, очень много ошибок было с моей стороны в этой игре. Но Найкс, конечно, редкостная какашка, потому что так играл. Это жесть. В общем, вы сейчас на самом деле увидели игру такую, где полностью виден контр-пик, так сказать, контр-артефакт моего персонажа, а именно Абиссалы Хиксы. И я собрался, и тем не менее, я все равно умер 8 раз, при том, что у меня были сейвовые артефакты, друзья. В общем, вот по такой игре можно понять, что очень опасно против пака. Я не думал, что такая игра будет, но прикольно. Вышло прикольно, и проиграли они, как я говорил, могут проиграть они глупо. Они просто прогуляли крипов. Я тоже не видел, что сейчас крипы атакуют там и гг. Друзья, в общем, поехали next. Мы сейчас сыграем в керри, тоже будет очень интересно. Сорян, не чистый геймплей сейчас был на паке. На паке можно намного лучше отыгрывать, я не спорю. Но, и тем не менее... Чё имеем, тому рады. Поехали, next. Так, ну что, друзья, завыл у нас шакал. Сейчас будем душить на керри-паке. Это значит, будет очень интересно, очень весело и фану. Конечно же, через Радиенс будем делать все эти дела. Забыл, что я не хост. Год. Сразу бьем центральную. Идем на мид, на паке. Пак у нас интересный герой, на самом деле. Будем душить нормально. Дау мид, не дау. Не дау. Берем нулик, как обычно, чтобы легче было подластхичивать на центральной. И поддушим. Поддушим. Хорошо. Нормально. Соберем Радиенс, Даггер. Что у нас еще будет в паке? Паки, радики, даггеры. Пазы, танчинги, тревела, потом кираса, молния. Чем посмотрим. Главное, чтобы не было самых жестких контрпиков, по-моему, герои. Это типа как там Рикимару, всякие станы, хиксыхи и всякие там... Сетки такого, чтобы можно было спокойно так передвигаться по карте. Самая плавная игра. Собака сутулая. Найс, кстати, хороший пикло Найка. Давно не видел этого героя вообще, в принципе, в пабе. Худжа задушим, Тайда задушим. Парни берут, что хотят, да и по кайфу. Молды. Пойду наверх. Хочу с Тини тут соревноваться, кто у кого... У кого рука быстрее на диком западе, он меня подкинет по-любому и соберет. Классика жанра. Классика жанра. Как ник у него там, что там? Ирка с Диркой. Найс, ну, 13-летнего мальчика никнейм, на самом деле. Некролайта взяли. Да, прикольная будет карточка, друзья. Я чувствую же, как будем тут с Радиенсом прыгать, бегать. Не знаю, будем ли еще что-то дополнительно собирать, но хочу прям так жестко в керри собраться, чтобы прям давать шапалаху хорошего такого. Будет весело, будет интересно. Будет весело, будет интересно. Рошана сейчас выкинет оттуда. Пау. Прикиньте, если бы можно было, да? Взял кто-нибудь антимаг сюда, блинканулся, и Рошана. Где его туда выкинули? Круто было бы. Было бы круто, интересно. Lightning Revenant. Revenant нормальный тоже герой, будем душить. Lightning Revenant. Гоу. Гоу. Че, го разминаем их, уважаемый? Ну, не знаю, монету он забрал, зачем я танчил, непонятно. Ладно, еще и не забрали. Помойку, он дистанцию качнул? Да, точно, дистанция профиджишь. Ладно, минус хил. Минус хил, но минус хп пуджа еще. Радует. А пуш чё? Ага, там гусик. А там пуш профессионал, без закупа. В ботл, наверное, сразу. Хорошо. Крипа главное держать. Хорошо.
Все, держим крипов. Сейчас этого еще отпушим. Ого. Нифига себе. Вот это он выхукал. Если такие хуки на протяжении всей игры будут, это лупс стопроцентный. С-под крипов. Выхукал парень. Так, хорошо. Пойдет. Но не добудем ему тут давать дышать, ему тут вообще в принципе не дадим. Нам еще главное крипчиков подобивать. Дедок вообще косой попадает. Барт нужен, хилка. Вообще все плохо будет. Я должен видеть Пуджа, чтобы правильно позиционку под него подбирать. Ой, как хорошо, импакт пошел. Хорошая орба. Ой, давайте пушанем немножко. Также через ботл будем играть, а через что еще? Хорошо. Смотрите, у нас там пуш какие сладкие хп имеет. Уф. Страшно. Страшно. Ботлик пришел, как я и говорил. Это пуч будет такой хукерский, знаете, тупо стоять будет день в лесочке, в кусточках, пытаться убивать. Сейчас тоже ботл будет уже. Хорошо, есть ботл. Анис пошел, там регу забирали, кстати. Пошел, там регу забирали. Какая третья минута, да? Хорошо, но пуш всирает. Да из хука. Все равно бы не попал. Тайда убили. Нормально. Свежесть. Свежего порошка. Хорошо. С шестым левелом убиваю. Куда? Шестым левелом Пуджа я убиваю. Да, промахи страшные просто. Промахи страшная вещь. Не дают харасить. Погнали. Иллюжин. Найс, берем вот такую штуку. Давайте ТП-шку купим еще. Дополнительно ТП-шку мидеру прям очень нужно. Тут еще нужно будет очень много фарма для того, чтобы выфармить радики. Через все вот это дело. А тебе тычку, успокойся. Задушено, только Dreamcoil подняли, сразу задушили. Нормально. Сейчас сало, наверное, возьмем, как обычно я беру. Сало в двоечку на полторы секунды. Полторы секунды это очень много. Позволяет очень много выиграть времени. Две тычки минимум. Хорошо. На топе весело, ребят. А на низу тоже весело. Прикольный пуш. Ставь лайк, если ты такой же пуш. Ставь лайк, если ты тоже такой пуш. Давай. Ш
Что за дела? Все вот так вот делаем. Вот шестой левел взял. Надо аккуратно. Пойдет. Пойдет. Экспишка золотишка имеется. А чё не на меня подкинул? О, найс. О, найс. Неплохо, неплохо, я застрял, как обычно. Уж надеюсь, ты меня тут не увидишь. Но на ТП будем уходить. На койл слишком много. Ой, на койл, на орбу слишком много надо быть мана. Not enough mana. Нормально, что, берем еще раз сайленс, наверное. 2.25, пуджа, чтобы душить. Хорошо, ТП-шку на базу. Быстренько. Берем все дела, гаустики возьмем. Пригодятся. ТП-шечка. В принципе, это стандартный дефолтный билд, который юзается постоянно, почему нет. Идем на центральную. Вообще можно прогангать что-нибудь, кинуть боковые линии, чтобы задушить. У нас на низу, например, вообще жопа какая-то, грубо говоря. На топе весело. Тиник тоже у нас на миду стал. Подфармил тиник нашу линию. У меня 37 крипов всего. Вардик ставит. У меня 700 хп всего. Сейчас пойдем на низ. Руна низ. Как раз руна сейчас будет. Сибилити пойдет. Опа. Он убьет онлайнку. Забавно вышло. А, у тебя шестого нету, да, бро? О, шестой есть. Ну, я, можно сказать, вообще... А, тавер даблкил сделал, нормально. Я тут, в принципе, пришел чисто, ну, хз. Можно сказать, хз, я тут пришел чисто так. Пуч у нас должен быть где-то. Ага. С салом задушим его. Пичку дай. Хорош. Хорош. Еще раз сало берем. Раскачиваем сало просто. Для тени руинит крипов как может. На низ гангал отвратительно, ребят, на самом деле. Ничего не забрал, но на команду, так сказать, сыграли. Сыграл на команду на низу. Играл на команду. Шо, Радик будет, спросите вы? Сам не знаю пока. Ну, фаново, так чисто лениво двигаемся. Дагерочек бы, с дагером бы подстиливать. Там выфармить. Отходим. Хорошо. Сейчас рунка будет. Тавр быстренько заберем. Хорошо. Тавр забираем. Клифчик. Эх, печалька. Хорошая руна. Отходим. Меня видно было, да? О, хорошо это.
Где СС? Где СС? Так, койл берем. Хорошо. Койл и... Первый. Пуджа не видно, это плохо. Найс, дабл дэмэдж реализовано, друзья. Сделали дабл, хоть такой ленивенький, но... Он есть. Он есть. Это даблик. Хорошо, будем, наверное, до Талова в Сакрет, в Радиенс попробуем. Посмотрим, когда я его выфармлю. Надеюсь, все получится. СС. Где СС? Наверное, открывает. А... Хорошо. Там, смотрите, кстати, с Тамарой ходят парой. Два пацана. Ну, тут интересная катка будет в керри. Радиком будем душить. Там и контроля особо на меня нету-то. Будет очень весело. Сможем с даггером залетать. Радиком подпиливать. Это будет интересно. Рили интересно. Это будет интересно. Не спушили. Хорошо. На топ пойду, там фарма много. Фарма много. Тут же идут. Хорошо. Сколько у меня там? Бля, крипов очень мало, кстати. 57-й крип, только 12-я минута. 4 фрага, 3 ассиста. Ну такое на самом деле. Можно было намного лучше сыграть. Что поделать? Там кто-то по лесу бродит. Кто по лесу бродит. Фармливаем. Так, что, 3800 имеем. Так. Пойду курочку в магазик боковой, погнали на центральную, попробуем что-то сделать там. А там их много сейчас будет. Ну, главное, сакрет купить, а там уже можно умирать. Ну, это так, в теории. Но лучше не умирать, а дофармить. Опа, пуджи иллюзии ходят. Пуджи иллюзии. Забавно. Ну, есть. Сакрет. Ох, снайпер молодец, вардит. Молодец, братец. Хорош. Люкан там повелся. Хорош. Так, ну пойду на базу, что делать. Слил я кнопки. На низ пойдем, ТП-шку надо. Ох, надо резче, ребят, на низ. Там столько фарма. Это будет уже очень близко, Радиенс. Потом быстренько в лесочке, дагерочек, все дела. Бля, пуджа дагер. Это плохо. Это плохо. ТП-шку сразу. Две ТП-шки давайте возьмем. Куч снайпера скучал. Снайперу респект отдаем за то, что он вардит, ребятки. То, что он вардит. Молодечек. Ребят, напоминаю, что эта игра фановая. Так собираться не нужно. Юл, Дагон. Вот это наши артефакты, если вы собираетесь жестко играть на игру. Это вам такое развлечение после той катки, которую играл я в прошлый раз. Прошлый билд, так сказать, более серьезный. Его и нужно, в принципе, придерживаться. А это фановый билд, друзья. Еще раз напоминаю. Поэтому не нужно так собираться, как я собираюсь. Чтобы мне потом не говорили, чему ты учишь. Ребят, я хочу делать... Фановый контент, почему нет? Почему нет? Фановый контент, он есть фановый контент, друзья. Спасибо всем, кто смотрит, спасибо, кто лайкает, кто ставит, так сказать, комментарий качественный, там какой-нибудь азест. И спасибо тебе, там помогает туда-сюда. Респект за то, что такие комменты пишете. Это вам рили респект, ребят. Стараюсь для вас, но иногда сил просто не хватает. Оу, щит. Это, кстати, плохо. На развороте. Как я на развороте-то сыграл? Как на развороте-то? Сыграл на развороте. Снайпер. Не гони. Не гони на него. Бля, вот тут кто-то фармит лесу. Там весело на топе.
топе там весело. О, хоста, найс. Сейчас пойдем что-нибудь зафармим. Полищи. Уджи. С даггерами. Вот у меня вот, вот это КД, я еще думал, я по-любому не заберу, если не застили его. И не забрал таки. Найс, с первого же файтера этот даггер купили. Ну, сори. Кини я, можно сказать, отдал, но я понимал, что он засуицидится. Печалька. Моя ошибка. Надо было сразу давать тогда, чтобы Кини жил. Печально. Это очень печально, то, что сейчас произошло. Сейчас будем Керипака показывать. Всему миру показываем Керипака с Радиенса. Хорошо. Стик в помойку. Берем вот эту штуку. Все вот это на базу. Погнали. Так и будем ходить. Снайпер. Снайпер. Даже он, смотрите, как он пишет. Снайпер. 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 Прикольно, да, транслитом читать? Аж душа радуется. Чё, го фармить? Вот тут вот раз, подходим. Тут вот два. Чё, next там делаем? Делаем, конечно же, наверное, кирасу какой-нибудь. А чё мелочиться? Снаупер. Снаупер. Виноват. Делаем кирасу. Ребятки. Сейчас руна будет как раз. Тут зафармим, на руну пойдем. Снауперу пойдем там. Каев. Расслабление. Такое расслабление испытываю, когда вот такие катки плавные идут. Когда ты доминируешь немножко, при этом еще и подфармливаешь. Все так качественно. Снаупер. Там вот это все. Хорошо. Всю карту пролетел просто орба даггер. Жесть. Снаупер. Получается снаупер. Не буду тут линку, наверное, делать. Хотя желательно бы тут, потому что тут снаупер. Вот так вот. Опа, руну забрали, да? Illusion. Go. Я за душе там в орбе просто сидеть буду. В орбе, в шифтах. Go. Жесть, там сработал. Шансоид. Там что, кто-то был еще? Снаупер там был? Что ли? Некор, да он уже на ТП 300 раз ушел. Он же снаупер. Эх ты, снаупер. Это Д. И это Гаут. И это Гаут. Так, вот эти. Сейчас вот этого пацана буду подпаркивать. Что там одевается? Че, наверное, какой-нибудь, блин, вообще тут Кристаллис что-то типа такого фана вообще зашло бы. А почему нет? Снаупер. Снаупер. А монопол бы что-нибудь. Чтобы снаупер был. Я выйду на YouTube, ура! Пишет. Молодец. Выйдешь, братец. Хорошая руна. Кстати. Погнали сразу в их лес. И руны мы сейчас. Че, надо почуть их в аккурат подфармливать этих пацанов. Все, регеним. Снаупер. Гоу зафармим. Вот так вот. 2600 имеем. Быстренько прошли и дальше. Что там у нас? Разор, кстати. Разора. Чмокнем. Забавно. Я вообще ничего не делал. Я даже салом не попал, но и тем не менее я все равно его забрал.
Это Радиенс. Это Радиенс. Это Радиенс. Да, у меня команда подфиживает, да, по чуть баланс. Баланс. Сналпур получается. Получается снаупер. В лесу, ребят. Да, но с такими хп. Перстон. Перстон. Хорошо, на развороте чисто. Задушили пацана. Чисто на развороте. Ну, наверное, варды стоят, я так думаю. Я подозреваю, что тут варды стоят, потому что пуш ходил с вардами. Сналпур. Все, кираса есть, в принципе. Кираса первый артефакт. Сналпур. Я не забрал. Ну, если я в их лес пойду. Ой-ой, там курон полная. Сейчас тогда вот так вот сделаем. Это артефакт закрысим, потом положим. Сигнал. Заберем артефакт обратно. Да. Вот так вот. Почему курой нельзя артефакты продавать? Наверное, сделано, чтобы не обузили байбеки, знаете, типа, ну, вот вы берете, там у вас не хватает золотишки немного на байбек. Вы берете скуру, что-то продаете. Наверное, из-за этого сделано. Не знаю на самом деле, но такое. Так, ну что, наша команда что-то просираловку собирает, да? Что гоняет? Что гоняет? Хорошо, гол базу. Надо овнить пожестче, ребят. Гол. Лесу там. Братец. Так, продаем вот эту штуку. ТП-шка нужна. Сейчас пойдем душить, надо вон разоры, не разоры, все вот это вот. Все вот это вот, или на низ пойдем. Можно снизу и на центральную. Да давайте тогда лучше центральную, потому что центральная уже подошла. Центральная уже подошла. Давайте лес теперь, сейчас лес по кругу. Че next там сделаем? Сатаник давайте сделаем. Тупо сатаник. Кираса. Почему нет? ХП будет очень много. Сатаник, кираса. Сатаник, кираса, ХП много будет. Пойдет. О, иллюзии, найс. Дополнительный подфарм. Сначала с топора начнем. Топорчик купим. И в гол он. Зафармим. Опа. Ладно. Почти. Почти я подох. Оу, щит. Уф. Жив цел, орел. Жив цел, орел. Сейчас до игрока катится чуть-чуть. А, не достанешь. Не достанешь. Маны нет, опасно сейчас играться с ним. Хорошо. Ой, хорошо. Пуч живой, надо бежать. Пуч живой. Да, жесть. Пуч живой, надо бежать. А, вон он. Пуч, пацаны его. Так, на топе фарм, 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 еще раз фарм.
А некор там в БМ жестко насывал мне. Жестко насывал. Так. Доминатор. Лучше возьмем доминатор, подхилимся. Хоть как-то. Let's go. Ибрис. Доминатор, сейчас сатаник. Ой, регенчик забрали там. Еф. Вот это я понимаю, сказочный дракончик. Это я понимаю, сказочный дракончик. Сразу за фарм. Весь лес успею зафармить? Блин, ну вот эти типы, конечно, вообще не фармостойкие. А фул хп, но маны нет. Хорошо. На базу. И жестко надо пацанов душить. Так, почти есть сатан. Почти. С маной надо что-то делать. Давайте Октарина. Октарин, Кираса. Ну, смотрите, сатан. Не, Октарин уже некуда будет. Получается так. У меня остается, по сути, сатаник и один слот. Молнию, наверное, какую-нибудь. Или МКБшку, крит там. Вот так вот сделаем. КБшка, крит. КБшка, крит. Нибудь цены решали собраться. Оу, вот это я не уследил, просто ходил, вот тут вот никого не было, раз, и не F, ничего не нажал, что пик уже слышу, поздно уже кушай. Вон моя ошибка, я не увидел их, ну не уследил, просто смотрел, оценивал ту ситуацию, думал ворваться вот так вот. Плохо. Ну, сидим в таверне, байбекаться я тут не буду. Печально, но сам виноват. Тут как бы, ну, так получилось. Получилось. 2800, так. Блин, на самом деле пуч, да, вот пуч будет много делать. Он будет просто меня кушать и все. Там еще и некор будет на рипер отправлять. Глиф наюзаем на первый тавер, потому что первый тавер, он откатит глиф после того, как разрушится. Так можно три глифа подряд делать. Если у вас тавер лоу-хповый, можно обузить глиф на 15 секунд, можно защитить свою базу. Прикиньте, даже больше. На 20. То есть получается, есть глиф, заюзали, разрушили. Еще, это уже 10, 15, 20 секунд. Надеюсь, вы поняли, о чем я. Так, ну что, друзья, сфидели первая смерть. Ну, как без этого? Ну, ошибся я тут, не доконтрил, не увидел. Не увидел, что меня там уже вытянули, кушали, я просто шел. Я так думаю, я там еще секунды две шел, пуш пока там направил, чтобы жрать меня, потому что, ну, не удалось. Так, ну что, погнали. Снайпер молодец, вардит по кайфу вообще. Сейчас будем душить. Сейчас реснемся. Погнали. Сразу надо пару фрагов оформить. Let's go. Сразу 28 сейчас должно быть у нас. Пуджа не видно, конечно, пуджа побаиваемся. Вот что такая машина. Убийство. И главное в шифт уйти, если что, сало ему дать. Все. В шифт уйти, сало дать. Че можно сатаник дофармить, тупо тут остается 1100. Еще 100 до сатана. На топе подфармлю, уджа там очень много. Хорошо. Этих пацанов забираем. Оп, на топчики забираем. Можно, в принципе, по топчику идти. Пуджа нанизу видел я крайний раз. Пуджа только боюсь. Все, все остальных не боюсь. Там ревейдж, ревейдж закайте. Я так думаю. Вот он, идиот. Толстенький. Кого снимем сразу. Но снимем после того, как он. Аккуратненько. Понял. Понял, не успел. Понял, не успел. Крумагас, let's go. Ля, ты псих на войде. Ха-ха-ха.
Я умер. А, да, найс. Нет. Я мог на орби ультить, но я уже поздно сообразил. Зачем я туда подошел? Дайте мне сатаник дофармить. Сейчас подошел бы, от трипов отхилился. Сам себе игру руиню, ребят. Такую хорошую игру руиню. Жесть. Next раз просто бросать буду. Я еще... У меня, ну, пак тупой еще. Я вот сюда подхожу, он начинает вот так обходить. Не, чтобы вард разбить, он начинает бегать. Я еще байбекнуться из-за рипера не могу. Вообще, такую игру, кстати, руиню. Это жесть. Ну, можем еще и проиграть, кстати. Некролайту одному. Герой, из которого винрейт там 100%. 60% у этого героя винрейт примерно. Так я тупо умер, жесть. Они так камбэкнут. К сожалению. Я не могу все сатаник никак купить, этот помойный. Надо было ривер все же брать, наверное, чем доминатор. Хотя доминатором тоже отхиливаешься. Позиционка, позиционка, моменты. Ляша делает. Задрот. А если бы снайпер сразу ульту напряг, он бы сбил бы МТПшку. Хватает там времени. Проверено. Проверено. Так, 2200, 800 золота надо. Ну что за дела? Что за дела? Пуч прыгает. Вообще, я пуч прыгнул, я такой... вообще не получается ничего нажимать. Просто как... Не знаю, как будто первый день в доте. Понимаю. Вместе сейчас соберемся за душу. Жесть. Еще и мне рипера. А я тупанул по-страшному. Надо было улетать оттуда, у меня урб уже полетел. Потом уже поздно было. Кликаю Е, а уже урбы нет. Печалька. Моя ошибка. Конечно. Сейчас топ, наверное, дефну. Топ дефну, наверное, будет уже сатан. Линку не хочу. Ну, линка тут must have вообще при такой игре. Но хочется именно жесткий керри билд, ребят. Хочется, но линка must have. Но я не буду ее все равно собирать. Рили. Я это и так понимаю, что не буду. Бля, все на топ двинули. Только пака увидели. Они меня начали килять, они начали жестко одеваться. Вот это, конечно, жесть. Тупо видят на карте, сразу ко мне бегут. И в лес пошли. Они в лес пошли, они вообще. Б, б, б. Они тупо в лес пошли. Я не пойду туда. Я туда не пойду войда сейвить. Там нет смысла сейвить войда. Там барды еще стоят. Рошана забирает, сатаник есть. Хорошо. Волку дали, да? Нормально. Сатан есть. Че, гол центрально, душить их. Сейчас задушим. Кидаем W, сидим в шифте, летим. За космодон, ля, как отважно прыгнул. Я пока не прыгаю, у меня все в КД. Шифтим. Там рефреш, да ладно. Ладно. Шесть. Хилит. Даггера нет, туда прыгать. Они спушатся. А, без линки страшно против пуджа. Честно, я очень боюсь его. Без линки-то. Без линки очень страшно. Но это низ Тини сломал там. Ля, жесть, вот так вот, да, пуш вроде ничего не делал, а сейчас боюсь. Вот так вот. БКБшку бы сделать. Тини вторую сторону ломает. Ну такое, я за два мува игру слил на самом деле, свою. Короче, качественную и красивую. Линка жесть как нужна. Слин... Вообще лучше БКБ сделать и просто драться. Молнию бы еще, БКБ молнию. Это было бы. Это было бы. БКБ молнию бы еще. По лесу пройдемся. Может БКБшку сейчас сделать? Давайте БКБ бахнем. Че нет? Просто БКБ хочется. Все. БКБ сделаем, нам сейчас срать. Я прогулял, что там в этом рефреш. Не чекаю слоты. Господи, эти големы, когда вы вымрете камни.
запарили эти големы. Их, ну, отвратительно фармить. Они вообще не фармоспособные. Так, а чё это я тут фармлю? Ребята пошли в центральную, а я фарм. И порядок. Погнали. Сатаник не дает отдраться с сатаником, конечно. Руну кто-то забрал. Прикольно. Погнали, погнали, погнали. Бежим резче. Я круто. Оба. Гем. Я Куджа убил соло, понимаете? О чем речь? Я в сатанике тут дерусь. Опа. Оу, щит. Хорошо. Опа. Идет. Тут же еще живые там. Да, я ультручик каким-то образом сделал. А там они где-то как на семечках порисались. А БКБ-ха есть. Я БКБ-ха буду душить. Сатан пошел. Ай, сару просто. Так, XP. Все есть. Все, го базу. Ем отнесем. Гиперстоуны еще сделать надо. Какой керри-пак без... муншардов. Это смешно. Какой керри-пак без муншарда? Какой керри-пак без... Ну окей, вам нужнее юзать. Нормально, БКБшка есть. Сейчас будем в БКБшке стоять и долбить просто. Пах, пах, пах. Еще бы, блин, сделать бы вот, да, муншард. Круто было. А посмотрите мой билд просто. Это наркоманский пак чисто, который сливает каждую катку, называется. Кстати, я еще и на карте меч всех сфидил, ну на паке-то, лол. Просто ошибся два раза, и ГГ, вот так вот. Вот так вот. Погнали, еще муншард доковырять, знаете, так тык-тык-тык-тык. И вместо радика можно будет сделать какую-нибудь молнию еще дополнительно. А так спида вообще нету, муншард поправит этот момент, вот этот момент. Конечно, даггер мне тут обязаловкой, на самом деле, в этом билде. Ладно, линки нет, он даггер обязателен. Можно вместо фейзов сделать, наверное, что-нибудь. Но не буду такой мобильный. Опа. Все зафармлено. Чисто пошел в лес пофармить крипочков в лес оппонентов. Зафармил ланаю. Понимаю. И вы меня поймите. Есть БКБ-ха. Лост БКБ-ха. Хорошо, погнали, даггер не сливаем. Потому что, возможно, сейчас нужно будет прыгать на центральный. Уджав какого-нибудь. Сразу БКБ нажимаем, потому что там тайдуха влетит. И понеслась. Топочку пойти, что ли? Ну, мы в центральный сейчас пойдем, я думаю. Почему нет? Тайдухи там по-любому рефрешка есть уже. О, минус тэшка сразу. Ну, сейчас тайд будет прыгать. О, волка. Рипера. Тайдуху жду. Вот он, рефреш. Ой, рефреш. Ревейдж. Это один ревейдж был. Один ревейдж. Еще рефрешевый ревейдж будет. Я пошел на топ. Я топ деф. Так, ревейдж КД. Сейчас, вот еще 1700, и уже прям будет атак спид хард. Но я могу, в принципе, начать драку, в принципе, прыгнуть и драться. Как дефолтный керри. Линку собери. Дефолтный керри могу играть. Пуч бегает, да. Идет. Хорошо. Погнали, кто там на меду. Разор. Разорчика с руки я, конечно, не убью. Но забал. О, некр. Некр можно. Можно с сатаником его.
Go. Оу, щит. Ну це ГГ. О, є аурба в КД, я її нажав случайно. Ля, ну нормально, гіперстол не купили. БКБшку не став тут нажимати, уже некуди було її тут жати. Пойдет, пойдет, я думал, я умру. На самом деле, все кнопки подряд начал уже от паники нажимать. Погнали. Пойдет, минус мид. Хорошо. Керри кутка получается у нас. А Тини зашел, а хг душит. Снайперу респект на самом деле выражаю за то, что он варды ставит. И типа, ну, кайф. Кайфа, пацану. А вот такую штучку. Найс войд. Поставил куполички. Гоу, у нас есть БКБшка, сейчас будем нажимать и драться стоит. Но жаль, так спида вообще не хватает. Прям, ну такое, ребят. Ну минус мид сделали. Минус ланайку сделали, да, еще? О, найс, минус тини сделали скорее. Так, значит. Жалко молнии нет. Жалко, жалко, жалко. Перепак. Отразил рипер, да ладно. Да ладно. Давай, жри меня. Я в станике. Че, нам как там БКБ? О, щит. У меня тут пуш, оказывается, под ногами с байбеком прыгнул. Есть у меня, есть вот такая кнопочка. Сата. БКБшки нет, правда. Это жестко. Ну, наверное, радик... Хотя, я не знаю, что. Наверное, лучше продать будет сапог. Давайте сапог продадим. Сапог. Let's go. Сапоги продадим свои. Вонючие. Обоссанные сапоги после драки. И нам, в принципе, так мобильности хватит, да? Погнали. Молнию соберем до кучи. Прикиньте, я буду прыгать просто. Дыш, просто. Бля, там тини сейчас зафармится. Нет, братец, не надо. Дай зафармить что-нибудь. Чуть до молнии осталось. Но сапоги еще сколько там? 600 еще. Хорошо. Ну да, мол, немного еще на самом деле. Очень много. Войт отразил рипер. Смотреть онлайн без смс-регистрации. Хороший, может. Хорош. Опа, это есть штука. 2К остается. Ланайка трэп поставила. Опа, там еще кто-то пошел. Сейчас молнию чуть дофармить. Опа, снайпера поймали. Пойдет. Стакаем. Хорошо. Жесть. Смотрите на мой билд страшнейший. Вот там этого убивают, да? Так, но у меня есть 1400. Если подеремся сейчас хорошо, там некро убьем кого-нибудь. У меня маны нету особо. Можно будет купить себе уже что-нибудь. Да, не успел я. Кого, мага отшлем? Газ шлем. ББ.
Вас два, ребят, куда вы? Все, минус Тини. Ай-яй-яй, ребята, что даете? Вас двое. Все, есть, фейзы в помойку, ребят. Хорошо, все, есть, смол. Сейчас будем прыгать, просто раздамаживать. 46-я минута, наконец-таки я собрал. Ого, реген, найс. Кстати, сколько там секунд? 9 БКБ секунд. Нормально. Можно будет очень много демажа нанести. Сейчас скорость атаки такая высокая будет. Бля, это вообще кайф будет сейчас. Сейчас будет кайф. Посмотрите на мой билд. Поехали душить. Жаль, что у них минус две стороны, потому что это одна драка, игра закончится. Хотелось бы побольше драк. Гоу. Жесть. Там будет очень жестко. Я такой чисто артиллерия. Жесткая. Не знаю, не сильно, мне кажется, зайдет вам эта игра, но она прикольная тоже. Она прикольная тем, что, типа, ну, в радиенсе бегаешь, пилишь, все, что хочешь, делаешь. Сейчас просто, если что, молнию на себя, я запрыгиваешь и душ. Просто и все. Опа, как тебе БКБшка? Сатаник. Где? Ой, я ушел. Нет, не ушел. Бля, ну это такое, блин, законтрили. Законтрили. Но не очень катко, ребят. Если бы сейчас так минус 4 красиво сделал, было бы гуд. А так получается, на себя все принял. Видите, через БКБ душат. Рипер через БКБ, дисмембер через БКБ. Все, я умер. Ну так вот и играется. Ну, в общем, керри пак это прикольно. Но прикольно только в том моменте, когда... вас вообще никто не контрит. То есть, чтобы вы спокойно в радиенсе пилили и тому подобное. Тогда да, классно. А так, видите, считайте, я 1.5 секунды и 3 секунды, 4, ну 5 секунд, грубо, я просто сейчас простоял в БКБшке. Там сатаник включил, начал хилиться, а толку нет уже. Ну вот так вот. Ну такое, 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 ребят. Можно было намного лучше, конечно, намного интереснее. Намного интереснее можно было. Не знаю, может еще одну каточку сыграем, но мне кажется, нет. Наверное, не сыграем. Ну, посмотрим сейчас. Если будет третья катка, то, ну, то будет хорошо, наверное. Я не знаю, посмотрим, будет она или нет. Будет она или нет. Там у них трон сейчас падать уже будет, мега крипы. Люкан идет душить, Тини он пришел. Опа, на рипера отправил. Дабл килл. Ну, я зарешаю. Там. Трон, парни. Трон. Парни, дефайтесь, сейчас я приду. Сейчас я приду, братцы. Ля, жестко, да. Законтрили меня там. По-страшному. Сейчас задушим, кил любого. Киллов мало на самом деле, но катка такая. За Пуджан смотрел. Понимаю, там чисто ребята бегут уже, да. Поехали. Закончим эту катку. КБшку нажали, побежали. Надо аккуратненько как-то зайти, не кролать, так как серьезная машина после байбека. Уф, как не хочется сидеть-то 120 секунд. А если еще и после ББ, то вообще все 180-200. Ну, задушим. Это наш клиент. Разорван просто. Разорван просто. Керри пак прилетел, зарешал. Хорошо, go next to me. Керипак зарешал сейчас. Так, разорчика можно, кстати. О, кстати. Опса. Опа. Хорошо. Пак прилетел, раздамаживает. Я трипл килл. Понимаю. Души его. Опа. Перепак, пацаны. Ребятки, напоминаю, что эта каточка у нас фановая, поэтому, друзья,
Никогда так не собирайтесь. Если хотите выиграть, собирайте первый билд. Не знаю, будет ли еще одна катка или нет, но я думаю, в принципе, достаточно. Одну катку мы сыграли, одна потненькая, одна керрифановая такая. И надеюсь, вам этого, в принципе, хватит, друзья. Я на стримах тоже очень часто на паке играю, поэтому, ну как часто. В месяц раза 2-3, по-моему, за этот я играл. Ну и на этом скажу, что все, гайд, ребят, закончен. Спасибо всем, кто посмотрел, кто поставил лайк. Ждите свои гайды, если ваш гайд еще не вышел. Там осталось, по-моему, гайдов 20-19, где-то, может, меньше. Не забывайте, что на канале уже очень много гайдов. Ну и, в принципе, на этом все. С вами был Ксаназ, и до скорого, друзья. Давайте. Так, друзья, для тех, кто не ушел, будет третья катка. Третью катку я решил сделать через Октарин, ребят, так как в первой катке не удалось сделать Октарин. Надо волосики поправить, оп, чтобы я выглядел сочный, как грузный. Свежий, кстати, сходил, помылся, и все стало отлично. Шампунь Жумайсенба, Кузьмин Курбитбулосенба, там вот это вот все сделал, короче, нормально стало. Так что, пацаны, Жумайсенбу юзаем, по промокоду внизу видосика. Так, ну что, ладно, друзья, шуточки в сторону. Сейчас пак через Октарин поедет у нас. Go. Дефолт найдем на центральную. Вообще я пишу почти все гайды на центральной линии, вы не заметили? Потому что каждый герой способен идти на центральную линию. Хорошо. Сларка репикнули. Так не хотят с Ларком играть. Так, ну что? Идем. Дефолт на догоны, догера. И Октарин тут по-любому должен быть. Друзья, я вам покажу, что такое Октарин на паке. Это просто жесть. У нас вообще невозможно будет пэп. Кири-кири какой-то. Стонигиант. Нормально, у нас хп будет очень много. Поэтому на Стонигианта нам вообще плевать будет, друзья. Смотрите. Дагер. Тревел. Октарин. Догон. Этериал. И что еще должно быть? Октарин, Этериал. Что я назвал вообще? Смотрите, получается travel. Нет, это dagger. Это travel. Октарин. Дагон. Этериал. И еще какой-то слот остается у нас. Еще какой-то слотик остается. Какой-то слотик. Посмотрим, что будем собирать еще. Значит, dagger travel. Октарин. Дагон. Этериал. Октарин, дагон, этериал. Это основные артефакты. Dagger. И, наверное, Юл, да? Ну, Юл, посмотрим, если нужно будет. Линка нужна будет. Линку, наверное, сделать. Хотя Линка тоже, смотрите, там раз, два, три метовые героя. Это будет жестко. И, возможно, еще какой-то. Ну, посмотрим, какой будем спел еще дополнительно добирать. Ой, спел. Какую будем брать и... Какой будем брать предмет еще дополнительно. Поглядим. Пока душим. Пока душим, ребятки. Душим. Так что... Поехали, ща будет весело. Ща будет реально весело. Через Октарин это очень жестко. Радиенс добрать, да, к Октарину? Радиенс к Октарину. Радиенс мы уже собирали. Перекатки. Ну, если будет легко, если будет золотишко, почему бы не взять Октарин, ой, Октарин Радиенс, которым можно будет очень быстро выфармить. Сусулиау какой-то там пишет. Некор с пассивкой. Не хочу, чтобы хп сжигало, давайте отойдем чуть-чуть и потом подойдем. А хп жжет вообще по-страшному. Ребята, вы будете? Нет, походу не будут. Руну не дадут тут. Не хочу хапать. Алхимику тоже руну отдали, да? Алхимику руну тоже отдали. Ну, две руны отдали. У нас пацаны вон внизу АФК. Ничего не сказать. Догон, догон. Будем делать еще максимально жестко, быстро, аппетитно. Кстати, там вот догонялки, поэтому быстро руну, ой, руну, быстро мид подпушиваем. Но не забывая про крипстат, друзья. Крипстатить надо. Но я, правда, как обычно, не могу даже крипов, у самих крипов забрать, не говоря уже про оппонентов на центральной линии. Поэтому, как бы тут такое. Как бы тут такое. Хорошо. Как бы тут такое. Линию запушили нормально. Подласт хитили. Сколько там? 3 стика, да, у него? Как хорошо, что shift не набивает стики оппонента. Давайте лучше на золото добьем. Надо перефармить будет Тиника. Тиника надо будет перефармить. Ой, молодец. Помог добить мне.
Пойдет этого пацана добью. И вот этого. Хорошо. Закайтили еще тычечку. Ботлик, как обычно, друзья. Берем. Ботлик берешь. И Ника Хараси. Этого крипа добьем. Почти. Как только у нас shift откатывается, максимально старайтесь прохарасить оппонента. На этот бесплатный shift. И все. Не даем фармить. Оп, хорошо. Оп, хорошо. Вообще, посмотрите, как крипстат идет. Ля. Тень решил. Дойти, да? На руну. Я его перекрипливаю. Перекрипливаю тиника. Просто. Не даю ему ничего. Хорошо. Ботлик. Ботлик. Ну как ботлик? Куры нет, но вы держитесь, как говорится. Чалька. Чалька, куры нет, но вы держитесь. Будет засыпать. Отходим. Шифт. Нормально продамажили его. Пусть и стиков дали, но... Пойдет. Могло быть и хуже. Сейчас курочку принесем себе. Хорошо. Он попытается меня, наверное, стики раздеть. Там 5 стиков, да? 5 стиков. Это примерно 2 тычки. И орбочка. 5 левела орба почти соло его убьет. Хорошо. Неужели я сдох? О, вы видели, что я сделал? Я вот это сделал. Жесть, вот я тупой. Я ему сейчас все преимущество отдал. Надо было просто ставить на автоатаке, чтобы пак ударил его быстрее. Вообще, можно было нажать хилку, нажать F еще захилить. И жесть, я ему все преимущество отдал. А, как мне стыдно, ребят. Вы даже не представляете. Ну, надеюсь, это начало. Это ни о чем, так сказать, сильно не скажет в этой игре и не сильно не повлияет. Но это жесть, все преимущество отдал просто. Просто, блин, я не знаю. Жесть, как это обидно сейчас было. Вот стики его зарешали эти. Что ты хочешь в своем тинике? Жесть, да, ребят? Прикиньте, как я лоханулся. Пойдет, теперь он лоханулся. 1-1. Пойдет. Я забыл про инвокера. Ля, ну фижи, жесть. Я забыл про инвокера. Чисто изичный санстрайк закинул. Эх, ладно. Не судьба. Не судьба. На паке сосу. Жесть. Жесть, на паке сосу, да? Рефармит алхимосик. Сейчас мы... Ну, тиника сразу убьем, я думаю, тут сейчас. С крипами, сейчас сразу орбу даем. Первая орба проверочная. Потом под крипов. Хорошо. Неужели не заберу? Да серьезно. Прикиньте, не забрал. Столько дэмэджа он внес. Ага, он наверх пошел. У него там мана, кстати, будет, наверное, прокаст. Опасно. Он на руну, наверное, пошел. Хорош.
Хорош. Забрал просто. Просто по запаху. По запаху. Чувствую, с саниной пахнет. Описился кто-то. А, это Тинни. Ладно, думаю. Бью таки тебя. Вот так вот. Я орбу сейчас качну, надо было сайленс качнуть. Сайленс надо качать сейчас. Это будет большой ошибкой. 1,5 секунды мне очень сильно зарешают против Тинника на центральный. Так, берем фейзы, как обычно. Хорошо, затарились. Сейчас посмотрим, что за руна, если какая-нибудь активка хорошая. Ага, сосайте тут, а не активки вам. Сосать вам это не активки. Ребят, я думаю, вы полностью прочувствовали, как я сфидил на миду жестко. Ля, вот эти волосики у меня вот тут вот такие, знаете, как будто я какой-то бизнесмен. Ля, ну фидим, фидим, ребят, совместно. Вся команда фидит, старается. Совместно фидим, стараемся. А что поделать, что поделать. Стики давайте возьмем. Вообще надо Тинни, блин, я Тинни стараюсь там в миду овнить. Припускать его. Нанизу вон лакомые кусочки стоят. Хорошо. И этот тоже наш, по идее. Если герой останавливаться не будет, конечно. Да ладно! Вот какова вероятность? Там ж этот Вокер СС будет. Эй, глупышкин. Ладно, забыл. Тинни пошел, да, на руну? Заберет он руну. Уже забрал, походу инвиз какой-нибудь, я не знаю. Дайте способность прокачать. А нет. Дабл дэмэдж. Погнали на центральную. Но мне кажется, нас тут обоссут. Как бы я тут не потел. С таким пиком, у них пик очень грозный. Без линки тут никак. Мид мне походу сейчас сломать будет, да? Жесть, что ты такой наглый? Чувствую дабл дэмэдж под ногами. Жесть, он мне мид снес просто. Вот так вот, да? На разменах. 3-2-1 левая у меня стата сейчас. Тинник, конечно, заряжен. Ну, Тинни, что там на Тинни? Две кнопочки, гиги. Что там у ребят? Ну, у ребят все плохо. Я тут один, единственный, кто что-то делает, походу, на карте. Рутине обоссывать. 700 хп, жесть. Это много. Это много. А он СС. Финик. Я мид, получается, слил. Тем, что у меня тавра нету. Это плохо. Ладно, фармируем догоны свои. По крипстату я вообще просел, по миду я просел, по гангам я просел. Но если бы инвокер там не подконтрил, да блин, а как на инвокере-то не подконтрить? Изи санстрайк, чтобы добить, почему нет? Почему нет, ребят? Но Тинника, я сам виноват, что Тиннику дал буст. Прикиньте, как я ему там сфидил. О, тавр, жесть. Опа, хорошая руна. Хорошая руна. Ладно. Да ладно. ЦГГ, я не знаю, инвокер этот. Ну, мета. А где Тинни? Честно говоря, я не знаю, где Тинни, и выходить не хочется. Вокер на меду, значит, Тинни где-то у нас в лесу. Логично. Логично. Пойдет Кату добивать. Хорошо. И не есть дагер? Нету. Кайтим, отходим. Кайтим, отходим. Хорошо, монетка. Отлично. Я смотрел на стики все это время, когда с инвокером тычковался. И я затащил на самом деле.
Сейчас манку продадим, берем догон и поехали. Нормально, инвокера чуть расконтрили. Да, догон не хватит, чуть-чуть придется подождать. Имя full free, это плохо. Че, попробуем? Че место без догона? Ля, куда ты так? Подождать. Чем так делать? То мартретки тоже там все плохо. Печалька. И не сейчас дагер будет. Там в лесу, да? А, нет, показалось. И не... Но я не мог подойти под прокаст, поэтому пришлось немного отмансивать. Потому что, ну, это такое... Че, юл там, что ли? А, смотрите, он просто газлайтит его. Типа, я тебя сейчас убью. Так он бежит. Сейчас на развороте его. Вокера этого. Там он вокер вообще бесстрашный. Некрос хостой. И вокер сфидил просто. Пойди заберу. Хорошо. Хорошо. Ну, тут уже никак. Уже никак. Давайте догончик в двоечку, раз золото есть, и сейчас дагер надо. Нормально, по чуть подкомбэчиваем. А что делать? На ошибках пытаемся забирать, но там сейчас будет у нас у Тиника. Дагер умрет. Алхимик, тут очень много дэмэджа. Физикал дэмэджа очень много идет с Боника. И если у тебя нету армора, то ты крип. Алхимик там фаст этот хочет. Фаст... Радик, наверное, как это называется. О, на низ сейчас просто минус 2 сделаем. Хорошо. Хорошо, минус 2. Да, герочек надо, ребят. Да, герочек. Хорошая руна. Надеюсь, у Тиника... Сейчас даггера еще нету, иначе будет бобо. Тини. Даггера, надеюсь, нету еще. Но он, вон, кстати, пассивка светится у него. А, у него пассивки нету, лол. Я думаю, что она такая. Кто добьет, тот добьет. Давай поставить. Опасно, конечно, но... Не знаю, надо ставить. Ля, гоу. О, да, Боник, сколько дэмэджа там. Там БМ делает, кстати, задрот на Бонике. Опа, некор. Хорошо. Почти, да, герочек. Да, игра чуть-чуть. Да, игра чуть-чуть. Хорошо, отходим. Киник. Кинедагер. Кинедагер. Внимание, братцы. Я не достал. Прости. Я чуть до дагера. Ребят, потерпите чуть-чуть и буду помогать еще лучше. Ну как помогать? Я отфармливаюсь просто. Ну и команда тоже, то что experience нюхает, это тоже нужная вещь. Так, мартретки оставляем линию. Надеюсь, тут будет реген какой-нибудь. И орегена зависимый вообще такой персонаж. Монетка, ну пойдет тоже. Дагер ближе. Инвиз. ВВБ. Хорошо.
на базу. Надо гангать, гангать, гангать. Дагер купим на низу. Поник, молодец, у нас тоже харасит. Юл у инвокера. Хорошая вещь. В этой игре хорошая вещь от меня будет. Но если я буду нажимать кнопки правильно, там даже юлу будет похоже. Топим много фарма. Вот это дагер будет, кстати. Давайте еще как сделаем. Хорошо, побежали. Вот это дагер сейчас будет. Еще пачка крипов сейчас придет. Но Тинни сразу сюда, наверное, побежит. Потому что сладкий пак. Дело такое. Ботл на таб. Хорошо. Ага. Вон он, Тинни наш, родненький. Опасно. Убегаем отсюда. Дагер на базе лучше купить сразу, потому что Тинни где-то рядом. С прокаста он меня просто уничтожит. А, это Чемист был. Каунамид. Дагер уже летит. Сейчас просто врыв. Прыжок и... Да, ну, сало, прыжок, сало и смерть. Сразу. Смерть сразу. Здесь дагер, да? Интересно, где Тинник? Тинника боюсь, потому что прокаст мощный. Топе. Вообще клаку, если возьму, Тинни меня не должен с прокаста убивать. Денег нанизу. Оп. Го-го-го, он один. Так. Возьму. Хорошо. Поехали на топ. Сало дадим. Поел дадим. Сало койл. Ну, там некор еще. На инвокера опасно нападать, он если сразу все нажмет. Я его не заберу, он вот, видите, спокойно уйдет даже. Так, хорошо. Так, нет, плохо, вижен есть на меня. Отлично. С ребятками на низ. Ну, хорошо. Опа, некр, да? О, некро. Что такого-то? Подбайтим еще этой иллюзией. Давайте смотрим на себя, потому что, возможно, если инвокер будет с ХГ. Все, найс. Это наш клиент. Наш клиент. Базу сразу. Пойдет. ТПшечку. Давайте дасты возьмем. ТПшек нету пока. Орбу закидываем. Хорошо, погнали. Next там делаем, наверное, Этериал. Этериал, наверное, сделаем, ребят. Этериал next там. ХП поднимем сразу с Этериала себе и будем с прокаста души. Давайте догон в троечку оставляем. И Этериал. Хватит. Оу, щит. Хорош. Лохиш. Жесть. Ну, рипера дали мне. Ну, знают, как пака законтрить. Рипера дали мне ИГГ. Зачем я туда пошел без вижен? Там, по-моему, вард стоит, кстати. Вардлису стоит. Отвратительно, я прыгнул, салом не достал. А вообще смысл было туда прыгать? Смысл туда было прыгать. Боник ушел. Надо вместе. Я так не буду больше. Не буду больше идти. Киданул просто на ровном месте, друзья. Отдал просто good like некру, который сосал с дегона. Просто сейчас у него артефакт появится. Плохо.
Очень плохо. Всего хороший го. Бойника с нестандартный такой билд забавно выглядит, на самом деле. БКБшку ему еще добавить. Здесь у нас будет Мджо и БКБшку и ГГ, типа. Будет очень жестко. Бля, 40 секунд еще сидеть буду, жесть. Че ты молнию не включил? Ой, ну это ГГ. Ля, Бокер что сделал? Два торнадо ему заюзал. Хорош. Хорош, инвокер просто бест, ребят. Просто этот инвокер... Два, Зевс. Зевс. Вард, снимите. Братец, там Вардик, снимите, пожалуйста. Ля, этот инвокер сделал мой вечер. Я вам отвечаю. Зря без мартретки. Мартретка должна помочь. Это жесть. Ля. Да, это жестко. Да, это жестко. Линку, блин, опять тут делать. Октарин хочу. Октарин хочу. Где мой некролайт? Вот он, смотрите, БМ купил. Но мне пофиг, я быстро кнопки нажму. Кто там на меду химик? Будет еще крипов бить? Если останется за душем? Нет. Инвокер 1100 хп, на самом-то деле это немного. Жесть, мы как чисто триггер у нас сработал на дасты. Оп, манку. Опа. Тини как прыгнет сюда. У меня крипы все зажали. Нормально, гоу, гоуст возьмем. А некор на низу. Надеюсь, что-нибудь активное будет. Дабл дэмэдж. Но дабл дэмэдж мне может на арку не сыграть. ПМ. ПМ. БМ, да, на ТП-шке ушел. Стик в помойку, ТП-шку берем. ТП-шку. Фармим. Этериал, можно вообще на ХП пул? Сейчас сол-бустер попробовать выколотить. Рош В. Или низ. Хорошо. Сейчас Этериал Next там делаем, ребят. Максить догон не будем. Ну все, спугнули. Смысл туда идти. Чисто забрали. Покушать. А, не спека. Настоящая. Типа базу ушел. Гоуст. Отлично. Не забывайте, что ботлом еще можно подобуживать очень долго. Вот так вот я, допустим, пролетел. У меня было там сколько? 70% маны, я еще летел, юзал ботл, и все, у меня потом наполнилось. Все, Этериал апаем. Можно, в принципе, дагон даже не апать, но я дагон беру для дистанции. Все вы знаете, что дагон, когда апаешь, у него увеличится не только урон, но еще и дистанция.
нанесение вот этого урона с догончика. Поэтому, друзья, как бы, ну, сама фишка того, что... Не заберем его. Не заберем. Слишком плотненький. Некро пошел арки сносить. 200 имеем, кстати. 8,8 секунд до догона можно прыгнуть некро. 4 секунды, 3, 2, 1, все, можно выезжать. Аура Пасипкович. Хорошо. Отлично. Когда аура засветилась, сразу можно в кэмп прыгать. Уже и так понятно будет, что пацан. Пацан там стоит, фармит. Сейчас самый момент опасный, там все БМы собирают. Но мне, в принципе, Вакторин будет пофиг на половину процентов. Вернее, не на половину, а на 1/4 мне будет пофиг, я буду отхиливаться. Сейчас уже Этериал почти есть. Потом просто Акторин и все. Акторин. Next там. Есть Этериал. Все, я пошел в магаз, пацаны. Спеку тоже могу. Там 3 блейдмейла, там надо быть аккуратным, иначе сам себя буду убивать. Хорошо, let's go. Кидаем. Вот так вот. Быстренько, просто надо очень-очень быстро все нажимать, потому что там БМ. Там БМ не должен спасать. Я должен очень быстро просто нажать все. Сейчас Акторин сделаем, все будет пушечкой, ребят. А тени БМ тоже там. Но будет кату долго бить. Будет долго кату бить. О, я не достал. Вот это я накосячил. Не хватило, ничего не хватило. Хорошо. Плохо. Маны не хватило. Я очень сильно сейчас накосячил. То есть я салом даже не попал, ничего не сделал. Койл поставил и все, стою, смотрю, маны нет. Надо Акторин срочно. С Акторином монопулы будут такие, что мама не горюй. Сейчас могу спокойно амбузить. Его на базу сходим. Я Б, ребят. Я Б. Так, напишем. И на низу пофармим пока. Иллюзии. Ладно, дагер на базу пока доюзать и все. Пока иллюзия фармит. Хотя бы 3 крипа с этой иллюзии вообще по кайфу. Почему нет? Халява же. То есть я, меня тут как бы по факту нету. Че, дасты, наверное, продадим. Возьмем ТПшку, чтобы как можно быстрее к ребятам туда портануться. Давайте вот так вот делаем. Все, ТПшка все же. Ого-го. Хорошо, нормально. Ну, дерусь. Плохо. Кд, 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 кд. Хорошо. Понял. Алхимика убили. На фул ману. На этот раз пойдет. Драка пойдет. Но мы по чуть просаживаемся. Мартретки БКБшку надо. Сейчас Акторин, Акторин, Акторин. Солбустер главное купить уже. И все. И мы будем просто не нуждаться в мане. Не нуждаться. Морта. Морта, братец. БКБ тебе надо. И баш. Вот так вот посоветуем, парнишки. Анмом собрал, просто это плохо. У нас Бонник молодец, шарит. Выиграем. То есть сейчас Бонник у нас тут шарящий. Мое дело сейчас аккуратненько просто ребяток подкармливать, подфиживать.
в обратную сторону. И почти есть солбустер. Вместо ботла возьмем, наверное. Хотя нет, ботла оставим в любом случае. Ставим в любом случае. А сейчас солбустером хп станет просто нереальное количество. Очень много хп станет. Очень много. Коник. Опасно. Хорошо, Зевс еще проверяет. Начинка. На тебе. На тебе. Опа. Финик там. Злой. Злой, хп много. С прокаста не убить. Надо некро искать, некро находить. Или химика. Химика с прокаста Дормли. Это тоже убиваю. Во-во-во-во-во, let's go. Быстро. Если успею, пока Кату будет бить. Пока Кату будет бить, говорю. Так, гол со солбустером. Фул ману останавливаем и солбустер закупаем. Мариточка, братец, умираешь, да? Ничего страшного. Хорошо, 2 лефа. Гол, солбустер есть уже? Опа, сразу 1900 маны. Ля, такой кайф, ребят. Я хочу, чтобы вы это прочувствовали, эту третью игру, насколько она будет прекрасна. Несмотря на то, что как я вначале накалечил, ой, накалечил, сам себя унизил, неправильно нажал, перекликал. Ну, гайды для того и созданы, чтобы вы чему-то учились. Смотря мои гайды, если видите какие-то ошибки, вы можете спокойно этих ошибок избегать сами в игровом процессе, ребят. Так что все зависит от вас напрямую. Если вы хотите учиться, вы будете смотреть и будете как-то, ну, понимать, что да как. Так что, ребятки, все для вас стараюсь сделать. Спасибо всем, кто смотрит. У нас все получится вместе. Вместе мы все сделаем. Так, вот этих пацанов. Хорошо, Рошану забрали, молодцы. Зевс взял, зачем Зевсу? Портретки надо было давать. Хорошо. Ну, почти Актрин есть, я тут уже доковырял. Хорошо. На низу сейчас кто-то будет по-любому. Если там будет алхимик или некор, это вообще изи фраг. Просто тысяч. Кто-то дефит-то по-любому будет. Но на руну лучше. 10 секунд руны. О, некролайт на топе. Некор вообще 900 хп. Это просто этериал дегон. У меня дегон хотя и не проапанный, но тем не менее наносить он будет очень много. Я еще успеваю все быстренько нажать, если все у нас. Поехали на мид. Быстренько там алхимика убьем. Получится. Еще догон в пятерку закачаем. Это вообще сколько урона будет? Просто жесть. Опа. Посидим вот так вот, покурим. Завяжем, пацанов. Бежим. Бля, нас всех убили. Всех убили. Всех убили, ребят. Прокасты очень сильно. Это без Боника, кстати. Боника не было. Не идет. И не идет. Там догон. Ой, там этот БМчик. Нанизу. Химик. Химика я быстро убью. Но проблема в том, что там еще будет Тини. Аккуратненько, аккуратненько полез. Чтобы нас не заметили. Кидаем сначала Этерио. И забрали. Дагон в пятерочку забрал бы. Гоу. Продадим. Продадим. Вот он. Поехали. Вот тут продаем. Пешку берем. Чалька, видели? Чалька произошла. Ну, химика не убил, потому что догон не пятого. Видите, как бы догон пятого надо. Но Актарин есть. Актарин. Сейчас с Актарином будем делать вещи. По КД просто прям тысяч. Стараться. Все, есть Актарин. Потная игра будет, кстати. И хекс можно будет сделать. С хексом еще можно будет поиграться. Все, догон надо даапать, ребят. С тапанным догоном будет очень хорошо.
Ребятки там бегут, а мне надо попробовать зацепить. Оу. А получается так, что наших сейчас зацепят, да? Боник там нарезает, ай, молодец. Хорошо. Этого пацана задизейблим. Ой, хорошо-то как. Как хорошо. Я не знаю, почему я так сильно раздамаживаю, но я же ничего не сделал просто, чтобы дать мне трипл. Просто я ничего не сделал, я просто влетел. Инвокеру сразу дал кнопки, чтобы он не ушел в инвиз. Это не стил, это просто понимание игры. То есть, ребят, и... А дальше просто уже там Тини лохпо. Тини я уже чисто добил. Получается так. Так, догоны. Два варда давайте возьмем еще. Давайте два варда возьмем, пока есть слоты, ребят. И погнали на базу сходим. Хорошо. Ля, я фуловый уже. Остается хекс взять какой-нибудь. Хекс и душить. Октарин, пушка. В первой катке не удалось мне собрать октарин, потому что, ну... Такая игра была. И теперь осталось мне тревел взять. Хекс. И будет все отлично. Юзаем вот так. Юзаем вот так. Ага, не юзаем. Все, погнали. Зарегенец. Иду, ребят. Вот топ. Варды. Оставлю сейчас. Боник, молодец. У нас ончик. Очень заряженный боник. Варкрафт. Никнейм у него. Прикольный никнейм. Вот эти варкрафт. А, подождите, Warcraft, Warchift, Warchift, лол. А я помню, чувака есть у него никнейм, Warcraft. Прикольный никнейм. Еще Warcraft, там крафт, как будто троечка, знаете, такой. Красиво сделал парень, подписал. Я там стаки нафармил. Там алхимик, кстати. Вард стоит, да, Вард стоит, палятся сразу, ребят. Вард стоит. Ну, займемся немного вардингом. Вард. Стопроцентный вард там. Не успел я отлететь. О, еще вард поставим в лесу. Кто там в некр вышел? О, так гоу, утащите фраг. Хорошо. Задушили просто через БМ. Там ребята сейчас вон будут бегать. Мне кажется, мы тут сейчас умереть можем. Опасно так. И не могу убить сейчас, кстати. Разворот. Инво пришел. Отлично. Делаем мозги пока. Там еще живой парень на Тине. Но надо АПМить максимально. Хорошо, Тримкайлом. Тримкайлом забрал. Отлично. Его подвардим. Хорошо. Паутон пак с октарином. Пак с октарином. Гоу тревел возьмем, чтобы быстрее в драке. Сейчас пройдемся вардики, растаем. Нормалек будет. У меня все очень быстро кдешится, просто нереально. И из-за этого прям я чувствую, как герой требует очень много кликов. Прям вот так вот просто сидеть и накликивать. Поэтому, друзья, все зависит от сноровки. Я не скажу, что я овер круто кликаю. Я тоже ошибаюсь, но можно, в принципе, хоть как... Бля, там снимают вард. Вот Криси. Можно, можно кликать, ребят, как хотите на этом героя. Он очень прикольный. Очень кликабельно все. Прикольно, весело. Санстрайк что ли будет? Да, инвокер кастует санстрайки.
Let's go. Я видел, просто он остановился, так стоит. Долго, конечно, с Октарина буду с магией тут отхиливаться. Надо просто кому-то зарядить. Вон. Гувард снимем. А тут. По любе он есть. Нету барда. Хорошо. Но будем знать, что тут нету барда, и можно будет драться. Есть и что. Но, вот на этой части по-любому сейчас кто-то есть. Опасно. Опасно. Ага, Тини стоит. Тини стоит. Ладно. Хорош. СПС, братец. Нормально. Я фуловый. Отхилился от Тиника просто. Хилился. Пак с Октарином, это пушка. Гоу, топ снесем. Топ снесем. Они сейчас ТП-шку сделаем. На меду некр. Долго на некр вещи. Ах ты, крыса на спектре. Состопала меня. Где некр? Где некр? Хорош. Успел я. Успеваю я долететь. Так, Инвокер, ты где, братец? Показывайся. Ты где, Инвокер, братец? Показывайся. Ушел, ушел просто. В наглую убежал. Как Криса. Вон он. Найс, вижу. Хорошо. Так, что берем некстовое? Хекс можно. Роша есть, кстати. Как бы тут ни гем пришлось брать. Го, подеремся. Можно линку до кучи сделать. Вообще пофиг будет. Но лучше хекс. С хексом мы будем очень опасны. Опасно, опасно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну туда прыгать я пока не буду. Станешься? Хорошо, братец, на тебе ГГ. Не помогу ничем. А, в инвиз заходит, и все. Сейчас ночь не должны меня найти. Слишком много хп. Не убью. Пойдет на базу. Надо. Ребят, хиксульку сделаем, наверное. Или некров. Некров. Некров хорошо будет тоже. О, кстати, некра. Точняк. Это даст нам и гем, и дамаг. Хороший даст. И атак спид. И я их смогу очень часто юзать. Да, некров делаем, ребят. А что такого? Через некра плюс дримкайла поставим. Будет круто. Сейчас третий некра будет уже почти выфарнен. Пером надо. Хорошо. Пером надо душить их. Некра, если с некрами не пойдет, надо будет хекс сделать. Хекс тоже нужная вещь. Хорошо, все, есть некра. Ой-ой-ой-ой-ой, оставляем. Уру. Все, есть некра. Детекшн будет наш. Тиник. Да, тиник с солбустером, это жестко, очень много. Некров.
Сделали так, глифчик есть. Сейчас ТП сюда буду давать. Инвокера будем душить по чуть. Блин, я бинды перепутал. Прикиньте. Жесть. Сейчас бы бинды перепутать, не кровь поднять на ровном месте. Сейчас бы не кровь поднять просто так. Ладно, погнали. Рошана, походу, надо лететь. Можно резче. Нет, да? Они по лесу гоняются. По лесу гоняются, ребятки. Горош. Ей БКБшку надо. Если начнется, у меня уже есть некра. Хорошо. Коник у нас есть тоже. Морта, бери, брат. Хорошо, и мид. Мидго. О боже, Морта, брат. Ну бери, ты что? Бери, пожалуйста. Молодец. Там за кем-то, а за Бонником выехали. Почти забрали. Санстрайк? А, санстрайком не заберет. Че за наглость там у ребят? Жестко, нам бы и хекс еще. Спектра по чуть оденется. Ревел 2 возьмем чуть позже. Оу. Ребятки. По низу прошелся. Чисто я просто мимо проходил. Спектра без ульты. Гоу по низу иллюзии. Жопа горит, пацана. Хорошо. Хорошо, гоу по миду. Гоу, гоу, гоу. По миду смело. Ломаем, да, тени? Оп. Жалко, глифа нету. Вернее, не кров. Нормально, отдефился. Так, иллюзии, братцы. Нам они мид снесли, наши ребятки там. Хорошо. Тревела очень быстро кдшится. Go Travel 2. Travel 2. Сейчас. Пехнусь. Тиника отогнал, это главное. 7 секунд ТП. Шо вон Тиник, лол. Шо? Отлично, вроде расконтрили. Так, вот этого не суицидим, это наш гем. А я его убиваю просто. Уф, хорошо. Оу, щит. Спека. И это не некро. Трипл килл.
Опа. Це вот этого пацана сможем? Он вниз идет просто. Хорошо. Пойдет. Сломали низ. Топ. ГГ. Вот это я понимаю, катка с Акторином, друзья. Вот Некрономикон все-таки зашли. Но я тут, конечно же, не один победил. Вот, посмотрите на вот этого монстра на Бонике. Это, конечно, жесть. Задушило. ГГ. Молодцы. Хорошая карта. Мне понравилась. Эта игра действительно мне понравилась, несмотря на начало. ГГ. Тёська. 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 Я чуть не сдох. ГГ, уходим на ТП нафиг. Нафиг это дело, друзья. Пойдет. Вот такая катка, я понимаю, очень даже интересная вышла с Акторином. Ну и, как вы видели, мы тоже тут могли проиграть, но, тем не менее, мы не проиграли, друзья. Очень-очень интересный геймплей получился. Ну, давайте еще вот так вот сделаем. Рефрешнем. У нас... Но ТП-шка уже есть. Не будем уже. Так, 5-4, хорошо. Let's go, вот так вот сделаем. Сейчас там кто там спека, да, лобховая? Оу, щит. Оу, щит, это Хекс. Кстати, я очень быстро выйду в инвиз. Ой, в инвиз. Хорош. Оу, рипера дали. Игра закончилась. А я сдох или нет? А непонятно. Лол, забавно, вышло вот так вот. Ребятки, ну в общем, вот такой вот у нас геймплей получился на паке с Акторином. Поэтому, друзья, пробуйте. Очень-очень годно, очень интересно. И на самом деле, ну вот, вот надеялся, эта каточка вам реально понравилась. Потому что тут реально прикольные моменты были и очень было весело. Ну, на этом точно все, друзья. Спасибо, что досмотрели до конца. Обязательно поставьте лайк, если понравилась какая-то из игр. Обязательно, может, какой-то вам момент понравился, может, что-то улыбнуло. Напишите об этом в комментарии. Реально, не забывайте об этом, потому что это помогает реально продвигать то, что я делаю. Ну и все, друзья. Все, всем пока.